Ой-ой-ой, все страшно. Где у нас все? О. Да. Ну, тут вот. Ух, толпище набирается. Сейчас набежит. Так, сейчас проверяем меня. Быстрее набываем все, нет? Ага, все нормально, мне просто экран встает. А, блин, мне придется, видимо, вырубить твою трансляцию. Ну, по крайней мере, звук. А-а-а. Да выруби. Сейчас умрешь. Ну да. Тебе еще немножко осталось. Я в тебя не верю. Спасибо. Я тоже себя не верю. Да... Но, видимо, противника тоже. Я не верю. Так. О, господи, сколько их тут красных. Страшно. Даже не знаю, что тут говорить. Трансляция. Капец. Хейл, короче, не поставил мод. Ну, ёлопало. О, вот и Гудрун. Ладно. Надеюсь, придет. Сейчас буду подсказывать, как все это делать. Кстати. Так там же написано на сайте, типа, вот мод менеджер, через него, вот файл. Ну ты же знаешь, что мод менеджер это та еще ерунда, которую. Ух, ёлопала. Сейчас. Сейчас я скупишу. Выбери. Местоположение фрил. Ай, ёлки-палки. Блин. Чувствую себя как говно в проруби. Да уж. Вот это в проруби. Ладно, где там бодрунки? О. Надо как-то Хэлла спасать, я только не знаю как. Ты можешь сейчас это прерваться, сказать, какая во фриле, ну там, в мод-менеджере настройка, чтобы он в локации фрил сменить? Там есть в настройках choose different freelancer directory. То есть это как бы вот окошко менеджера, да, вот файл, option под меню. И вот в этом options есть третье снизу choose different freelancer directory. Так. Все, спасибо. Угу. И там именно просто не надо искать именно экзешник, просто вот фрил и кинуть папку. Так, сейчас. Мгновение. Блин, ёлопало. Сейчас я тут отвлекусь немножко. Так, вернулся обратно. Эх. Гудрун лагает, поэтому она к нам не хочет. Чего сейчас здесь будет, и понять не имею. Может, давай пока я в гамму перейду. Да уж. Ладно, что-то вообще непонятно, молчат все. Что за ивент будет? Не пойму. Ну, может, сюрприз. Может, из механики? Да-да-да. Знаешь, такие Electronic Arts? Я знаю. Сейчас тут боксы раздал, это самое, буду продавать.
Я хотя бы на текстурки посмотрю. О, блин. Мотя, иди отсюда. Не мелкой. Опять кошек. Ну, а где их нету? Ну, что поделать. Кошаки. Как с вакшей проплывать? А, ты я... Ой, блин. У меня просто-напросто в маленьком окошке свой фрил, а на фоне твое. Я немного дезориентировался. Что происходит? Да, куда все девается? Да уж. А, так, надо бы этому призывно ответить. Это кошак. Ну и вернулась, да. Так. Иди отсюда. А то... Что ты там говорил? Давайте ее придушим. Нет, я так не говорил. Это у меня так говорят, что... На работе, да. Да. Шака хотят пробить моего зоса, он мяукает. Я на самом деле тоже не против уже, в какой-то степени. Чего, придушить или... Да вот... Или кошаков так... не... Ну, он иногда так сильно мяукает. Посмотреть, как на текстурке будет смотреться на этих наших товарищах. На лак, например, как на текстурке смотрится. Я эффект только не менял. Они у меня все еще пиксели. Так, надо сравнить, что ли, свой с твоим. Ну, ну смотри, как у меня крит хороший. Нормально. Как больно цветастый немножко, а так нормально. Чисто темно. Даже звезд нету. Сейчас попробую сколько повоевать немножко. Скорее у старперы будет. Чего ли, старпёры? Старпёры, я говорю, да. А у меня ещё и скайблот. Обалдеть. Так, где этот? А, у него кананбол, обалдеть. Кого? Лака. А ты такой? Ай, блин. А, Вака, тьфу. Сейчас понял. Ты еще думал, что кружок Лака из этого, из... Как его звать? Блин, вообще разучился выбрать. Сейчас посмотрю, что он там хотел пишет. Я снимаю. О, пошел. Так, я извиняюсь, я постараюсь не материться на стене. А-а-а. Так я вспомнил. Аудист, ты материшься? Ну, если будет сильное эмоциональное воздействие, то могу, случайно, непроизвольно. Какое тебе эмоциональное воздействие? Посчитай, что тебе? А? Посчитай, что тебе? Ну, например... Ой. Что-то в этом духе. Тан-тан-тан. Так, нет, видите, что-то... Ай, блин, мазло. Не, как на комбо полетел. Гнус не в меня. Епа. Ай, хрень.
Блин, зачем ракета? У него щит еще. Ну, может, он надеялся, что успеет сбить, пока ты летаешь. А ты будешь не ожидать такой подставы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жить как хочется. Да, и не говори. Очень хочется, но не получается. Блин, ну... Прям... Угу. Не вижу. Так, кто-то меня там звал? Ща, меня Гудрун группу зовет. Я не успел, потому что в бою был. Ну, тяжело, конечно, свапа. Его ни хрена не видать, он там дергается по-страшному. А по-моему, он и у нас был, это, Вака. И тоже как-то он очень так вот неприятно полагивал. Ну ладно, так. Или это Пака был, я уж не помню. Похоже немного имена. Ну, в смысле, Ники. Ген вообще. Я его не вижу. Во, все, погнали. Ну, конечно, с одной этой зоны не тяжко. Надо пойти вторую купить. Потому что нифига не пускай. Чего, кого не пускает? Я нифига не пускаю, говорю. Не пушки. Ну, не знаю. Как тебе удобнее. Не, ну прям реально. Ты у меня идеально летаешь, а он у меня прям по экрану летает. Так, а кто у нас там в группе есть? Иностранец? Ай-яй! Да реально у меня дергается прям на цель с этим, я вдруг я на него гоню. Так. Не, у меня же это масс. Ну, не знаю, я специально себе тут, что называется, озадачился снижением FPS-а. Может, поэтому у меня меньше полагивает визуально. Ну, можно попробовать. Но у меня именно лагает не картинка, а персонаж. А люди. Ну да. Этот FPS убрал, ну, все равно. Ну, и этот. Так, сейчас. Видимо, ему, да, думаешь, надо убирать, чтобы пропало и что? Так, где? Кто? Вот, да. Так, таран оружия героев. Блин, не получилось. Какой ивент? Ничего не понятно, что вообще было. Ну, типа, этот самый. Возможно, будет драка одного клана с другим. Кто эти люди, я не знаю. Ну, ладно. По крайней мере, так Гудрун написала. А тут уже, похоже, начался замес. Ничего не понятно, что происходит. То есть тебя бьют уже другие? Ай, блин. А почему ты удох текстур пошел? Я ж хороший ставил. Блин, графические боди, ёлы-палы. О, Алекс, привет. У нас, оказывается, чат активизировался, и это неплохо. Так. У меня орел белый больно. Ладно, тизон купить. Я ракету перестать, она у меня влево не стреляет вообще. Так, в итоге покупаем. Окей. Ай, ай. Блин, как бы еще барокко купить. А, рапию. Так что происходит? Сейчас, погоди, где у меня? Я забыл, как... А, вот она, тизона. Да, ну. Так, надо было еще свой интерфейс поставить.
О чем речь, Алекс? Не знаю, я сейчас думаю тизон поставить. Меня что-то все замочили, и я расстроился. Я хочу всех побеждать. Сейчас будем спрашивать у Гудрунг, что у нее там за Эвен будет. А, говорит, подождите. Я ее типа спросил, что делать. Она говорит, подождите немножко. По идее, вроде ракету надо ставить на верхнюю часть крыла, да? Или на вот спереди? Ну, в принципе, да, но, что называется, куда хочешь, туда и поставь. Просто-напросто, если ты поставишь его дальше на крыло, оно будет, скажем так, учитывать это при пуске. То есть, с одной стороны, ты сможешь как-то обмануть противника удачным пуском, с другой стороны, удачных пусков будет меньше. Поставил рапиру. Ага. Туревищу себе. А у нее вроде, кстати, вот у рапиры косяк с скорострельностью, да? Ай, ёлки-палки. Ай-яй-яй-яй. Чё за... Живи. А, да, вру, рапира. Странно, казалось, что у меня на маток радиус всегда 700. Вообще 600 был. Так, ладно. Еще настройки поставлю, чтобы на компромер вырубать, и попробуем пойти к Гудрун. Ай! Полено летающее, блин! О чем стрим? Про фрилансер, блин. Сейчас, как это назвать? Должен быть какой-то супер-пупер-мега-эвент. Да, если даже позвали народ непричастный. Так, типа, пришли люди на немецкий сервер, где они покупали свой пивасик. И заедают всякими баварскими сосисочками. Да. И тут должна быть какой-то замес должен быть. Они говорят, давайте впервые лет за 20 соберемся и устроим замес. Что будет за замес? Черт его знает. Да, про это выясняет. А, погоди, ты уже на стрим, что ли, говоришь? Ёлки-палки, я тут зря, наверное, бухчу. Да, я типа на стрим. Меня тут даже люди спрашивают. Представь, ай, нас кто-то смотрит. Дисы позови. Он что, работает, что ли, еще? Или Киберпанк стримит? Я думаю, ни то, ни другое. Да. Может, он решил сказать, а, ну его все. И стримы, и работу, и Киберпанк. Филонит, типа, ты имеешь в виду? Ах, он... Нехороший стример. Нехороший? Или хороший? Или я тебя неправильно услышал? Нехороший. А, так, ну и... Ладно, сейчас я засел, теперь можно что-нибудь посмотреть. Так... Ладно, давай посмотрим. Ты что, все еще воюешь с человеком? Да нет уже. А ты что тогда делаешь? Пошли ты что, быстрее меня чекну. Чё-то мне, кстати, стал графон подладивать. Сейчас, погоди. И вырубай на минималку. Помогай. Блин, да, что-то с текстурами не прокатило. Слишком крутые орлы получились. Ну, это Гамбург-Сити. Да, мне что-то подладивать. Гоню я на ВАК. Мне что-то уже этой FPS, мне кажется, не хватает. Зато не 180. Будьте рады. Ладно, давай. А сейчас... А, не, все, нормально. Так, да. Все, готов? Да. Хорошо. Стреляю в общем направлении твоего корабля. Я тебя уже замочил. Ну да, есть немножко. Не, слушай, что-то уже это... Уже не графон пошел, уже сервер. Ты что, сдох? У тебя какой пинг? Как проверить тот пинг на сервере? Стрим про этот... как его звать? Пинг? Про... Это Гамбург Сити, это ванильный фрил. То есть тут замес этих обычных любителей и обычных фрилансера. ПВПшного, то есть без модов, без всего. Я только текстурки добавил, мне кажется, что у меня... Так, 87-24. То есть это обычный чистый фрил, только надо сейчас графон понизить. Так, погоди, там что-то уже обсуждают. Так, анимейшн, фигня, атмосфера, в мапы тоже. В мапу остается...
А нет, сейчас. А теперь как? Да, а у планет, кстати, текстуры не изменились, если вот так. Слышь, прикол, у меня планет не хочет текстуры, это... пробовать. И даже этот, орел с хорошей текстурой. Так, погоди, я хочу посмотреть, что у тебя там творится. Нормально вроде все, красиво. И ну чё, олдскул, зато здесь простые правила игры, битвы, поэтому... как бы сказать, он стандартный. Ага. И да. На пит не уйдешь. Кстати, да, здесь нету ну, как это называется, пенальти за смерть. Поэтому можно даже немножко пожить. Ну да. Ладно, давай еще что-то попробуем. Санатория на Питтсбурге. Как часто я туда входил, я аж боюсь даже вспоминать. А у меня санатория на Питтсбурге не было, так как я, ну, на игре. Потому что ты был умным человеком, да, и уходил раньше, чем надо было. Нет, все гораздо проще, у нас спид был, долго боим. Ага, ну понятно. Буржуи с частными дилами, с частными планетами, в смысле? Я свою ракету, кстати, не вижу. И твою тоже. Надо это... как бы это назвать? Эффектики настроить. Эффекты на максимум поставлю. О, кстати, сбросилось. Текстуры стали паршивыми. И планеты размазались. Ёлки. Отлично. Отлично. Цель достигнута, да? Не, я не хочу так. Я хочу, чтобы оно было хотя бы средненьким. Эффект. Вырубай на минималку, страдай, как и я. Ну, блин, ладно, сейчас помрем и попробуем. А что там Гудун вообще говорит? Ну, типа, делитесь на какие команды, сейчас я у него спрошу, мол, а куда идти. А мы уже в команде, какая нам разница? Ну, тогда спрошу, кого стрелять. Вон, пиши. Биби, вы согласны? Конечно. Сойдет. И так сойдет. Да. Так, давай. Ты пока спрашиваешь за мной. Я тебя убить хотел. Да, застреляй, все нормально. Ну, да, она мне ответила, мол, подожди. Еще решается, видимо. Так, господи, я тебя потерял. Вот и все нормально. А, че? Блин, мне страшно смотреть на задний план. Может, меня из-за стрим подключивает, не знаю. Не важно, я все равно нубер потащу, так что никто не должен расстраиваться от того, что я буду плохо играть. Все нормально, я буду еще хуже играть. И я тебя замочил васпом. Ну и замочил ведь. И все-таки, кстати, графика слишком плохая. Пока, Алекс, хорошо, что я зашел. Было приятно видеть народ хотя бы какой-нибудь здесь. Да. А ты летишь, чего я? А, чё? Ща, погоди. Давай. Все, нас уже ждут. Где тут Вальгала? Неизвестный? Вальгала. Блин, ты мне в васпом попал. Ну, иногда попадает. Ты спамер, как я. Да. Блин, меня убили. Грустно. Не переживай, я отомщу твоему убийце. И какой у нас в итоге план, говорит Булстар, который собирал? Погоди, а он случайно не главный? Потому что когда главный говорит такое, то... Группа 6 против группы 4. Ничего не понял, просто давайте еще замочу еще. А стой, погоди-ка. Да. Хорошо, я стою. Не совсем паршивым. Во, это нормально. Так, Что там Гудрон написал? 6 против 4? Блин, а кто 4? Где наши?
пей красный. Все нормально. Вот это по-нашему просто и понятно. Вот задний фон вообще вырублен. Это совсем хорошо. Вот, мы его. Нет заднего фона. Нет проблем. Да уж. Ай, ёпки, давно я... Как мы все постарели. Ну шо, бывает. Ай, ёпки, палки, я, судя по всему, по своим больше стреляю, чем по врагам. Короче... Меня сейчас отдадут по военно-полевой суд, судя по всему. Попробуем пострелять, если что будет не так... Скажем. Блин, у меня всё-таки больше северной войны. Колбасит ничего. Так, ну у меня лаг 4 пишет. Так, нет, тут и так. Давай вот так, изолентоса такой. Я тоже. Называть его изолентосом. Не знаю, как его зовут, но будет таким. Тип такого. Ой, блин, мы поколбасим. Рейсли в него в Аспен, чтобы он считал, что это злостный спальник. Короче, они решили просто воевать все против всех. Блин, какие же... Короче, это будет стрим нытьё. Да, короче, давай вдвоём кого-нибудь мочить. Например, есть... кто на вишне? Изолентос, во! Изолентос! Его уже убили. Нет, свой убил. Да. Так, ладно, посмотрим. Ай. Не, реально, что-то... Короче, мне кажется, гамбук не тянет. Кстати, у них какой-нибудь был сервер, кстати, на связи. Алло. Свет. Ладно, я бы буду один из всех. Итак, мы просто ловили. Алло. Здесь не так весело, как ты думал. А, ты ожил? Так я тебя не слышал. Здесь немного. Да я не знаю, у меня тут красный лаг и... Ах ты, бустер, скотина. Сейчас его пробью. Надо выдумать. Ай, у меня красные мониторчики уже это беспрерывно висят. Я не знаю, я просто стреляю и кручусь. Все прыгает, стреляет, я ничего не понимаю. Что происходит? Я, честно говоря, тоже. Густара замочить. Кого-кого? Густара. Так, я его вообще не вижу. Он меня замочил, поэтому хочу замочить его, так что это... Что у меня? Личная обида. Что там с пингом? Чё-то чувствую, у меня там совсем все весело. Реально, даже у меня все колбасит. Хотя у меня пинг 60, то есть, ну, адекватно. Демаску, север. Ну, до начала у меня было 89. Сейчас... У меня даже не пингуется все. Ушел красные мониторчики. В общем... Да. А где обмены, чтобы за всем этим следить?
Короче, убейте меня, чтобы я не мучился. Спасибо. Ну, почему, что наши противники гораздо меньше, чем нас? Да, есть такое ощущение. Я пушку ни в кого попасть вообще не могу. Только свои, да? Как из Арендас. Я его сдетонировал, как фрай. Ай. Ой, богатый. Я, короче, цель, за которую все стреляют, а потом мне помогают их убивать, все остальные. Просто отлично. Летаю, о, господи, у меня лаг 36%. И что, это старые добрые грилские времена? Да, да, все нормально. Нормально. Я всех победил своими лагами. Просто стреляйте в общем направлении противника. Вот, вот все, что я могу. Я убил Аргаса. Ёлки-палки, у меня фраг. Ты крут. Сейчас рампагу наберем. Ты чё? Кстати, можешь подаван потом, да? Я просто борюсь с лагами тут. Немножко. Ты чувствуешь себя немножко гудрон? Да, мне кажется, я чувствую себя сильно гудрон, если она это говорит, что без лагов, ну, в смысле, немножко лагает. Так, мне в проекте видно. Сейчас я ему отвечу взаимностью немножко. Еее, я его убил! Обалдеть! Опять густа. Эх, черт, мне просто густа размочил. Надо вот, там дит вышел. Надо... Куда вышел? Да елки-палки. В телегу. На связь. Позови его. Ну, а, ему полкиса собирать пил. Может, чатик зайдет. Так, ладно, он получше найти. Вон. Пусто, вот. Пусто. О, наконец-то. О, Гудрун говорит, мол. Все записывайте видео. Чё, и, короче, нет, если что, ты за меня записывай. Кто-нибудь записывает видео? Anyone. Кто-нибудь их запиши. Не, ну, не вопрос же был. И тогда был бы сам он. Знаешь, я просто вспоминаю в чате, тут... что вечно вопросы забывают эти. То есть списки обычно. Ну ладно, хорошо. Так, сейчас у меня это... Ладно, я не умничаю. Короче говоря, напиши, что ты ему пишешь. Да я ничего не пишу. Хорошо, ничего не пиши. Ай. Мне, кстати, никто не мочит, когда тебе никто вкусный. А я, видно, слишком сильно лагаю, чтобы меня мочить. О, бустарчик, бустарчик. Вернусь. Да блин. Что происходит? Я пока отвечу, никто не мочит. Скар, вообще, я это хэлл. Так, сейчас мгновение, я свернусь. Так. Сейчас я добавлю роль гамбургер. Все, выхожу обратно. Господи, кого? Что тут? Так, Хэл, здесь. Да, я наконец-то пришел, да. Всем привет. Приветствую. Телевизор слышу, мне кажется. Блин, сейчас еще секундочку, погодите. Во. Секунду, я просто хотел выбрать YouTube на своем планшете. Как Хэл дела? Да, ищу клавишу активации микрофона по кнопке. А, не, мне кажется, и так активируешься. А, или ты по звуку активируешься? Ну, ты... я по звуку, да. Ну, там есть кнопочка, мне кажется, найдешь. Господи, где враги? Я вообще пока отлетел, что-то этих белокрасных гасит. Ты сейчас стримишь или нет, ты мне скажи? Стримлю, ты уже звезда.
сейчас у Гудрун спрошу, что с тобой делать, когда ты пойдешь. Ай. Окей, кто, ты мне скажешь тогда свой ник, я тебя прицеплю. У меня проблема следующего характера. Я не могу найти свои ключи. У тебя нету ключ, нет ключа от отважного. Помнишь, у нас был такой, такой крейсер? Крейсер отважный? Да. Мне кажется, да, это ваш клановый был. У меня не было такого ключа. У тебя не было такого ключа? Грустно. Знаешь, кто меня замочил? Кто тебя замочил? Изолентус. Привет. Кажется, ты немножко его это разозлил, да? Ёлки-палки. У меня настолько лагает, что у меня висят торпеды ото всех, и никуда не летят. Нам диск приезд в чатике. Видим мин. Проблема номер один, проблема номер два. У меня почему-то мод-менеджер не видит фриланс. Вообще квилл не видит нифига. И не видит у меня ничего абсолютно. Ругается, говорит, что не видит квилл, короче, не знаю, что с... Там в настройках этого мод-менеджера, да, вот сверху вторая вкладка Options. И если ее открыть, там будет третья снизу кнопка Choose Different Freelance Directory. Ну, грубо говоря, определи директорию вручную, где фрил стоит. А, Choose FLMM when launch... А, Freelancer Server, понял. Угу. О, господи. Так, секунду, там галочку только убрать и не убрать, и все. Вот что я вижу. Галочку сверху, вот под плашка окошко, да, вот то, что название Freelance Mod Manager. V1.3, есть файл, options, tools, help. Вот options надо нажать, и там вот будет кнопочка, типа выбрать директорию. Сменить, вернее. Да, блин, Сев, я только что пристроиться успел, а ты уже улетел. Я не знаю, что происходит, где я тут вообще в альтернативной, видимо, реальности. У меня тут красные мониторчики, мины висят. В смысле, не мины, торпеды висят в виде мин. Все прыгают, стреляют, я не понимаю, что происходит. Так что, если ты меня убьешь, только избавишь от мук. Я, наверное, не буду стрелять ракеты, на камне. Ну, у них будут сплошные эти камни смысла. Угу. Да уж. Он не, реально, мне кажется, наших больше, чем их. Значительно. Ну так что, перебалансируем команды? Пусть сами разбираются. Они немцы, они умные. Может, они тоже так думают. Мы немцы, мы умные, поэтому вроде как не нафиг. Да. Шутка про 41-й год. Да. А, получается, без мода игра не запустится, насколько понимаю, да? Точнее, запустится, она запустится, но на сервер могут не пустить. Скорее всего, кихнет. Ты, блин, а ты когда... Там вот то, что файл с сервера, да, вот, типа, мод вот этот вот. Ой, блин, как-то, он zip-файл, короче говоря, который как дистрибутив. Нажимаешь, он, типа, сам распаковывается куда-то там. И появляется в списке модов в этом мод-менеджере. Я понимаю, я все сделал, но проблема в том, что мне мод-менеджер не видит фрил. А когда я нажимаю провести путь, он пишет типа провести путь, я нажимаю ОК, он опять выбивает мне окошко, мол, провести путь, я говорю, да, провести путь, и так до бесконечности. То есть я не понимаю, что за прикол. Ну, там сначала это самое, смотри, он позволяет сменить путь только когда ты все моды отключишь. А у меня ни один мод не включен, потому что не могу включить ни один мод, потому что он не видит фрил. Вот в чем прикол. Окей. Ладно. Тогда не знаю. Надо подумать. Валка опять рампу 1 набирает. И вот этот момент он ага. Ждет. Да, рампа, пожалуйста. Записку, что ли? Ой, господи, так. Ну, давай сделаю вид, что я буду тоже стреляю в сторону противника. Я помогаю. Я не знаю, что сказать. А, Дисцей тут там пишет. Мне так лагало, как у Сева, когда стрига модема летал. Тоже ракеты висели. У тебя ракеты висят? У меня все висит. И ты висишь.
И я вешу, и мониторчики красные висят, и противники дергаются, как будто это. Да и не только противники. Я тут кое-как запинговал, у меня тут лагов под 40. Процентов, я имею в виду. Не, у меня 60. А, у меня флук туда пошел. Да, ВМС флук там. Да, я даже не знаю, стоит ли здесь воевать. Можно полностью. Ну, давай ради приличия постреляем в сторону. В сторону противников. Ну, какую-нибудь. Не взять там противника. В общем, кто на линии огня будет, туда и с того и пострелять. А, ёлки-палки. Ладно, я пойду позбиваю торпеды. Что там чел пишет? KMLM out. Чел пишет? Не пойму. Короче, как чел что-то написал. Бля, Чаус Грид замочил. Че говоришь, что меня замочил? Чаус Грид. Не знаю, я еще летаю. Жду, когда игра поймет, что меня замочили. Да? Да. Хорошо живешь. Хорошо живу, и там попасть никого не могу. Ну и меня тоже никто не может попасть. Как неловимый жоп. Давно я там умер? Ай-яй-яй. Чаус Грид меня мучит. Не дамся, живым меня его даже не показывает. Заклинаю вас своими лагами. Я, короче, в какой-то параллельной реальности летаю. Надо ему сбить вас на торпеду. Замочил пушками. Я, кажется, его повредил. Добей, пожалуйста, его за меня. Вот за тебя? Ну, давай я в твою сторону постреляю. Кого ты, кстати, потому что у меня хаос грида вообще нет. А, нет, что-то появилось. У него там еще буква этого. Да. Он у нас квадрат или что-то в этом. Да. Сейчас возьму. Ай. Блин, Снупи замочил этого изолентиса. Это была твоя добыча, да? Да. Что, Густера замочил? Нет. Как я крестно повезло. Меня кто-то раздевает. Кто бы это мог быть? Я не знаю, кого мне сказать. Короче, кого видишь, того и стреляй. Он мой, достать его не могу. Черт. Его вака замучил. Не сел в телегу, я ему инструкцию написал. Где диск под инструкцию туда. А, отлично. У меня ощущение, что мне больше мучат свои. Скажи, ну, вполне возможно, что это я большую часть по себе стреляю, потому что я просто стреляю, и кто прыгнет на номадку, тот и попал. Тобой стреляю. Это шашлык из иглов, да? Да. Просто стреляю наобум, и кто-то прыгнет, а может и нет. Ой, ласпиком. Нет, ой. Передай Эдису, что я его советом уже пользуюсь минут 10. Каким советом? Выключить интернет? Нет, это я еще не пробовал. Надо попробовать будет. О, наконец-то по мне урон прошел. Убейте меня кто-нибудь. Все. Так, ладно. Тут есть кусик. Густа. Его убили. Изолентус.
Так, хотя за сколько минут резает? Меня? Я у ментора затаю. А, ну у меня где-то полторы минуты. Все-таки лаги — страшное оружие. Так, меня бустер будет измучить. Его, кстати, знаешь, как бустер определить? У него кракены. А. Слушай, у меня даже в списке его нет. Ааа, не измучи. И тут что, в итоге по минуте перезагружаешься? Че говоришь? Ну да, вот как убьют, типа пишет, извините, операция занимает больше времени, чем мы предполагали. Ожидайте. Вот, ожидаю. Каждый раз. Так. Оп, там сейчас спинка. Зачем я пин проверяю, не знаю, только настроиться лишний раз. Ну да ладно. Так. Ну да. Почему бы, как говорится, и нет? Блин, у меня тут башка. Ты лайфрай. Я в тебе верю. Так ты крестушка. Блин, его убил не я. Его убил свой. Так, кстати, Хэлл у нас уже не на связи. Похоже, что нет. Грустно, но что-то он не подготовился. Надо было вчера меня тыкать, я бы ему сказал, как это. Ну, прил поставить. Есть же всякие жестокие методы. Ты в каком смысле имеешь в виду жестокие? Ну, фрил, замочись. Слушай, меня впервые мочил два человека разом. Мне кажется, я точно не босс, но не до такой степени. Так, давай-ка Макс вообще начал замучить. Короче, я, судя по всему, где-то из Нарнии стреляю, я не знаю. Урон прилетает из ниоткуда, и я стреляю в никуда. Урон прилетает и стреляю, и ниоткуда, и никуда. Да-да-да. Протаранил. У меня, кстати, четверть хп-шин остался. Так, то есть это китаран работает? В смысле, не фиксируется? Нет, он замочил сам себя. Блин. А, ну ладно. Чёрт. Недолго музыка играла. Первый. О, все, меня да, выпустили. Тебя это выпустили из этого, из перемышки? Из СИЗО. Да. Из Агентас. Из измерения этого самого лагеров выпустили. Хотя нет, я все еще там. Ай. Ай. Меня кто-то раздевает, мне кажется, это глупо. Если это я, то прошу прощения, я не знаю, я просто стреляю. Нет, это чел с гриц, который помноженный в квадрат. Так, у меня его даже нет на радаре, ёлки-палки. Где он? Я полетел к нему поближе, он просто торпеды от меня дистанировал. А. Да, реально, молодец. Видишь, какой я тактичный. Кажется, он обиделся. Ну, мне кажется, да. Это было так грустно и обидно, но я все-таки хочу замочить скоро. Ай. Да, это был Chaos Grid, помноженный вдвое. На Chaos Grid, да? Да. Включаем чай. Пытаемся замочить из-за Олимпуса. Успешно, дайте, да? Я хоть кого-нибудь и убью из этой, из параллельной реальности. Чего говоришь? О. Когда последний раз кого-то убивал? Сегодня? Да. Меня, наверное, тогда. Может быть, после тебя там...
Или тебя действительно. Ай. Господи. Что творится, непонятно. Ай. Так, у меня на радаре 4 пилота. Включай меня. Сейчас, секунду, я просто смотрю твою трансляцию, там куча людей. У меня тут 2 человека. Хоп, все появились. Сейчас, я перезайду. Господи. Какая рвань. Это, ты помнишь старую игру, типа «Завтра война» или как так называлась? Я помню. Ну, что-то вроде подобия Фрила на движке дальнобойщиков или что-то такое. Блин, у меня... И там вот были, типа, крейсера, которые в подпространстве, типа, какие-то хитрые, типа, отстрелялся и ушел в подпространство. Ну, я чувствую все время так же, сейчас. Может, ты просто этот, Василиск из Старландска? Это, ага. Василиск, да? По-моему, Василиск. Там или невидимость, или что-то в этом духе было у него. Типа отстрелялся и ушел в инвиз. Ну, вот видишь. Ну да. То есть можешь считать, что я за конфедерацию, короче говоря, за наших. Там еще раб были. Я работал. Кто был? Раб. Ну, там была вообще конфедерация Тайгрис, или как так называлось. Там были и африканцы, и арабы, и наши и китайцы. Против всех остальных. Так сказать, сообщество всех хороших против всех плохих, или как-то так. С точки зрения европейцев и американцев. Странно. Впрочем, что-то это... Я чатик пока не вижу. Ладно, сейчас я на телефоне включу чатик, секундочку. Чтоб, как говорится, хоть что-нибудь было. Сейчас мгновение. Икс-крейсера, чей удар стремителен и неотразим. Знаешь, что мне грустно? Что тебе грустно? Ты знаешь, что гамбургцы... Вот это все, что из гамбургцев пришло на Эвен. Че, кто упадет, что ли? Ну, тут и наших, я смотрю, есть немножко. Я думал, что придет толпа, там, знаешь, 100 миллионов человек. Ну, как бы уже лагает. Может, они решили, что ну его. Что там, Стар-Ситизи не обещают, что не будет лагать, когда 1000 человек на 1000 человек будет? Кажется, или еще нет? Стар-Ситизи не обещают, например, чуть-чуть. Ну, я знаю. И, я купился на это. Лет 10, надо, хотя уже не знаю, сколько лет. Там же в 11 году, по-моему, этот пошел, или нет? Или в 12-м? Кажется, в 12-м. Или, кстати, вспоминали в чатике про Фрил, что там как бы... Так про Фрил или про Star Citizen? Ну, часть про Фрил, ну или про Star Citizen, как обычно. Ну, как обычно. Где-то в общем направлении, да, Криса, там, куда-нибудь да попадет. В итоге про Вин Команда, да, обсуждение пошло. О, что там, линкор? У меня даже его не было. Я тут открыл твой этот стрим, смотрю, линкор летает. Нифига себе. А у меня где? А у меня нет. Мне надо еще умереть, получается, при зайти, да? Линкор, невидимка, блин. А вот он. Он вышел. Он вышел из невидимости. Сейчас текстур проверю.
Вернись! Вы чё такие? Текстура рендерга. Ай, господи, там. Кстати, видел, что так специально настроено. Его турели подозрительно смотрят на меня. Мне это не очень нравится. В смысле, я подозрительно тебя смотрят? И он меня выстрел сделал. Сейчас это... Еще. Красивый вид. На фоне... этого... Осирис. Ай, а черт, блин. Линкоры фотографируешь? Я случайно нажал выбрать новый сервер. Капец. See you in space, Trent. Че, я Гудрон напишу? Итак, завернись. Я смотрю, ты там нашел себе зубы. Для этого кровного врага. Тебе кровный враг это лаги. Тебе кровный лаг. Ну, боюсь, я с ними ничего не могу сделать. Боюсь, они побеждают. Ну, как люди без меня замучают. Но я тоже, типа, пытаюсь по нему попасть. А он в итоге меня такой. Густер. Чувак, отстань. Слушай, тебе не кажется... Ну ладно. Ты чё меня спросил? Мне показалось, что тут одни это, из группы врагов уже не осталось. Ну, все нормально, загрузились вроде. Они просто не сразу мне появляются. Ты чувствуешь, что меня мочит? Врагов у нас тут 6, а мочит несколько человек как 3. Вот видишь, что половина вражеских войск атакует тебя. Стратегически важная мишень. Да, стратегический крейсер. Это знаешь, как это, тебе ну, лепят стоп-хам вот такой. А ну камеру убрал, а я как от камеры, я все снимаю. А, ну да. Я не знаю, что случилось с той ракеткой, которую я пустил 30 секунд назад. Сейчас окажется, я на ней подорвался сам. Ощущение, что если я выхожу из битвы, то этого никто не замечает. Это если я выйду из битвы, то никто этого не заметит. Я практически и так не в ней. Так. А тут музон типа есть всякий. Ты почти в кого стрелял? Я почти не был, что в меня стрелял. Ай! Черт. Не, кстати, лагать стало поменьше на сервере хотя бы. Кстати, я графон не ослаблял. То есть у меня... Ай, зачем? Я нажал WASP. У меня летела торпеда. Я нажал WASP, и она смочила. Если бы я не нажимал WASP и полетел влево, я бы спасся. Ну ты решил пожертвовать собой ради спасения кого-то.
Ради спасения счетчиков врагов противника? Ну, видимо, да. Слушай, нереально сейчас меня втроем бьют. Ну, это я просто и так буду елку, чем сложно. У меня здесь Изолентас бьет и Аргас. Итак, Изолентас я пытаюсь попасть. И Аргас, да, второй? Так, теперь помноженный в квадрат. Он тоже меня бьет. Мы тоже горим друг друга. Так, а я его не вижу. Так, вот детонировал квадрата. Я хорош. Ёлки-палки. И пушечками. Пушечками. Так, ёлки. Блин, меня квадратный измучил. Ты вообще кто-нибудь убивает на самом деле? Тебя лично. Меня, видимо, они бросили это дело. Потому что... Как не ловимый Джо, понимаешь? Ни я урона не ношу, ни мне. То есть я летаю, как бы. Наверное, меня попадают. Но когда сервер понимает, что меня попадают, щит уже успел восстановиться. А вот сбили щит моментально. Ладно, давай квадрат возьмем. Давай. А, все, вот у меня теперь и броня вся слетела сразу. А я два раза в ласку. Я подлый, вонючий спамер. Давай, это, как говорится, если не можешь видеть честно, просто поведи, да? Ну я обычно прилетаю прямо в лоб, и они торпеды стреляют, сами себя детонируют. Зато работает. Ну если работает, так зачем не использовать? Работать не трогаем. Пускай они не стреляют тогда торпеды. Так. Квадратный. Чёрт. Ой, меня кажется, изолента что-то или ничего? А, это максимум. Ой, без меня значение. Теперь квадратный. Короче, я буду просто кидать мины. А вось кого-нибудь оно найдет. Меня втроем мощь спил, упало. Живи, живи, Джейдер. Нет. У меня прилетел торпеда. Это Гамбург Сити. То есть прямо сейчас на Гамбург Сити такая толпища народу вызывает кучу лагов. Да, это. Ритуал призыва древнего божества в виде лага. Как это назвать? По-гарри-поттерски... Духу? Лагодромите? В Гарри Поттере такое было? Ну, я имею в виду, надо что-то такое, ну... Какие там, куда-нибудь? Алхамора какие-нибудь? Что там было? Не помню. Остолбени. Ну, типа того. О, господи. Я просто не знаю. Апокалипсис какой-то на экране. Вдруг резко начались пучками. Номадскими. Все умерли. Все умерли сразу. На экране никого. Апокалипсис я сегодня. Я тоже умер. Изолента, так? Да. Изолента хочет убить меня. Ну, попробуй объяснить ему, что он не прав. И зачем я встал? В общем, если кто-то стримит... Давайте еще, если кто-то смотрит стрим, то присоединиться, то это очень легко.
Если вы, конечно, сможете поставить фрилансер через мод-менеджер. Если вы, если у вас высокая толерантность к флагам, еще не забудь добавить. Знаешь ли, помнишь еще на свой, как бы это назвать, бешеный скоростной, очень сверхскоростной компьютер. Кстати, я еще не досмотрел снайдерка. Чего бешено скоростной, ты говоришь? Бешено скоростной компьютер. Ну не знаю, у меня и так на минималках все, уже не знаю, что еще выкручивать. Если это и с компьютером беда, то я не знаю. Если со связью, то уже ничего не поделаешь. На самом деле, если бы, кстати, очищик позволял, я бы тебе заменил всю графику на все кораблики на треугольник. Отлично. Я тебе скажу спасибо, если ты подумаешь что-то сделать. Прям такие боевые, знаешь, в элите. Да-да-да, первоначальный. А ты видел, у меня видео было, это Freelancer Elite, где у меня все в виде квадратиков из Battlefield было. Надо будет у тебя это взять, может поможет. А это только Battlefield работает, там реально все в квадратиках. Так, сейчас. А. Мне из ренты сходи замочить. Я делаю вид, что я хочу его замочить, но мне кажется, что он меня не замечает. Ну, он меня сейчас это открывал лагами. Лагодромите. Может, это я тебя задел случайно? Меня чуть не старым мочит. Меня мочит старый его. Ладно, хватит мне всего жизни из врагов. Ладно, буду скорбы мочить тебя. Так, давай ради интереса попробуем ракету пустить. Ракет? Они как-то попадают? Нет, они меня висят. Ты считаешь, как все остальное. Квадрат. Ладно, все, начинаю спамить. Тем, что есть. Ну, лагал от меня. Это ты добил ее, спасибо. Я кого-то добил? Никогда. Да. Блюстара. Мне вдвоем мучит. Блюстар и квадрат. А у меня показывает, что ты убил Блюстар. О, еще тебе показывает. Ну, в общем, да, у меня показывает какую-то параллельную реальность, судя по всему. Потому что этого Хасгрида у меня вообще нету. Он еще не взлетел. Ты не хочешь назад в будущее? По-моему, я уже в будущем. Или в прошлом, я не знаю. Но где-то я не там. Вернее, не тогда. Меня с первого раза замочили. Капец. Так, все, закончилось мы вместе или нет? Твое только начинается. Так, Хасгрид еще живой? Мне к тебе вопросы. Какие? Я тебя что ли сбил? Да. Не знаю. Извини. Нет, а, вот показала, да, действительно, извини, показала, что я тебя убил. Действительно, это что? Все
все взрываются, нафиг. Ее пушечки. GT4 вроде наш, да? GT4. О, все, появились люди. Я опять выпал из реальности. Грумбу решил нас покинуть. Она уже ушла или прилетать собирается? Ну, говоришь, что у нее помощь. Ага. Да, у меня появилась. Это называется Эрос. Ну, прям. Печально. Уровень это, проработанности 0%. Я думаю, они там, не знаю. Тяпля продакшн? Ну да, это знаешь, вот я, конечно, мог бы сделать Эрос. Ага, хотелось чего-то, там, какой-то продуманности, да, каких-то ивентов. Ну да. Пилить там крейсера. С другой стороны, гонки. В таком интернационале это не получится. Ну вот, вот так вот просто пришли мы в 10 и туда. Да ладно, мочи, если это я. А помнишь, или ты не был у нас? А, у нас не был. Ну, по фоксовской схеме же играли. А, добивать своих, чтобы не давать это? Нет, зачем? Еще лучше. Добить своего, ну, чтобы еще быстрее и больше снизить противника. А, ну да. На мне квадратный висит. Ну и хорошо, я сделаю вид, что я по нему стреляю. Надеюсь, он это заметит. Что-то изменился. Я это убил. Блин, там две ракеты летели, засчитали ракету Вака, а Вака засчитали рампу. Я крайне обижен. Может было мне рампу. О, пойдете, я возьму что-то. Какие у вас там разборки? Ну, чья ракета первая? Я тут просто пытаюсь попасть кого-нибудь. Я замочил за Лентус. А вот почему он пропал. Мне еще бы этого, у старый, мне тогда пифрага был. Эх. Че, отбили? Нужны горящие враги. На самом деле горю я. Самоубийство не выход. Ай. Ай. То есть представь, что на Gumball City вот это максимальный онлайн, который вообще способна произвести, как бы назвать, комьюнити. А что это на самом деле? Я боюсь, что это больше, чем на ИГе сейчас. Ну формально да. А ты помнишь, сколько народу было на этом, на кавалерии? На чем? На лежачей кавалерии. Ой, не помню. Мне свой мощный. Ты что творишь вообще? Эй, думал,
У нас свой мочит. Который из... Я его сейчас замочу. Мочи. Если это я, мочи. У кого такой? Короче, начинаем спамить нахер. Ходите, включу. Замочил, Гэры. Так, и кто это был? Я вторым помочь, две картоны. Вот опять же, билипрофон какой-то. Короче, я его сейчас буду мочить. О, я сбил. Какой ужас. По-моему, мой первый фраг противника. Это риск замес. Ну вот за вот этот замес, да. О, у меня даже мониторчики пропали. Может, я разлагал? Давай, чудо. Ну что, сейчас будем мочить. Ваша разлагала? Слушай, реально разлагала? Так, может, гудру нашла? Думаешь? Короче, я бью только билипрофона, и мне плевать. Кажется, он тебя обидел сильно. Слушай, реально меньше лагать стало. Нахрен его еще. Так, за тобой их хасгрид. Зови. Может, сейчас я буду позаметнее. Давай, мочи, Гарри. Нет, ну держись, не умирай. Меня изолента замочил. Это нехорошая изолента. Ай, нет, свои. Мое. Изолента твоя? Слушай, билипрофон тебе мочит. На тебе нахер. Кто? Билипрофон тебе мочит. Билипрофон это кто такой? Это нас. А. Ну, пока он это отвлекается на меня, может, ёпнуть. Изолента замочил. Кстати, мне что-то в Дискорде написали. Сейчас, секунду. Слушай, реально меньше лагать стало. Мне аж начинает нравиться. Это гудрон. Ну, гудрон, не сомневайся, стрим будет записан. А, я рядом обрадовался. Изолент. Так, на микрофон тоже живое. Такой вот. Это что за херня?
Ай. Мой фраг. Что говоришь? Народ очень мало остался. А. Ну, может, поэтому и лагать стало меньше. Ну, вернее, скорее всего. Там и стало лагать меньше. Ощущение действительности. Так, инцидент не на тебя, нет? Меня бустер. Бустер размочил. Знаешь, нет такого чувства назвать. Это вот на ЕГЭ как-то вот просто тебя шкуряли, и ты чувствовал. Прям вот всей душой и задним местом. У вас случилось что-то не так. Ну да. А тут без души, да, просто стреляет. Механически. Бездушно, а там... Не говори, а там с мутюшком, может, про тебя. Да. Насиловали, но с душой. По-славному. Да. Потом еще на форуме что-то напишут. Потом еще на форуме какашкой покидаться можно. Или да, посмотреть над этим делом. Напишут что-нибудь, ты все равно по-немецки что-нибудь понимаешь. Какая разница. Ну да. Тебе могут говорить, мол, спасибо за игру, а могут сказать... А ты скажешь, медведь, брать. Малайка. Да, да, да. Чуть Фрэнки звучит много. Ай-яй, меня зря это застрелил. Так что надо вот... А, мочите изолентоса. Изолентоса? Ну тут Максов полуживой. Вот. Изолентус, говоришь? Ага. У него рампак уже. Да. Нельзя ему дать возгордиться. Ну или можно, но не стоит. А, все нормально. Он сам себя убил. У меня квадратный бьет. Квадратный, окей. Я надеюсь, сейчас меня... Ай. Но я не смогу, не успею тебе помочь, меня тоже кто-то бьет. Горишь, что ты горишь. Да, я горю. Тебе не надо? А, ладно. Блин, ты рядом с ним пролетел, он просто тебе это... Задел случайно. Ну, бывает, чё ты скажешь. Ну, он меня Хорнтом заманчил. Кто? Фрэнк. Ну, он недолго после этого летал. Ну, как минимум, для кворума, что тоже плохо. Я измочу квадратный. Ага, я тоже пытаюсь это сделать. Не очень хорошо получается. Очень ладно. А изолента, тебе нужно изолента. А я мочу изолента. Ой. Давай. Я вот пол, я опять детонировал. Ну все ты это... его с собой забрал. Я нет. Кажется, не ты. Я его почти забрал, у меня осталось чуть-чуть. Мочи изолентус, когда скушаешь. Ее! Ракеты в башню. Я почти максимум замочу. Так, где? Ага.
мы тут сейчас развернемся. Не, кстати, довольно неплохо идет. Ну, когда лагать перестало, да? Ну, вернее, когда поменьше стало лагать. Я замочил за Лентус. Поздравляю. Еще один кровный враг, да? Ай, сейчас враг сделаешь на шаге, случайно. Тихо. Хочешь жить, молчи. Типа того. Да ёлки-палки. Сейчас меня убьют и... Мне нужен фраг. Меня квадрат не замочил. Ай, где он там? Блин, как он разворачивается неплохо, да? Ну ладно, я пьету прям. Любыми способами я могу оправдать свое нубство. Ну это тоже в каком смысле мастерство? Знаешь, как на работе у тебя миллион способов продавать себе соваки, а почему ты их прошепил? Вот, оно переходит сюда. Это не я. Ну вот и. Куплю. Это, знаете ли, звезды планеты Нибиру пролетело, а по метрам Гайна. И поэтому... Ай. Вот. Ну вы поняли. Ну, я понял, да. Как мы поедем всех ночью в местах? Я мы тебя проучим, Гэда. А, он меня мучит. А я замочил его. Поздравляю. Это квадратный. Он не снял щит. Окей. Очень важная информация, да? Так, это не ты там говоришь? Ну, нет, я еще не говорю. Но у меня пригорает. Ладно. Ну, это нормальное состояние, грубо говоря. Я выделил крит вместо блустара и... Так, это не тебя и... Нет, изолента мощь. Не был стар мощь. Изолента, кстати, тоже. Ай. Ну, я попытаюсь отвлечь. Да, не получилось отвлечь. Капец, у меня уже жизни нет, куда успели. Мне кажется, это нас начинает гасить. Короче, я контр и изолентус. Ага. Я на нем тоже. Фелит твоя мина. Че говоришь, мина? Фелит твоя мина полетел. А, не, фиолетовые не мои. Мои зеленые. Спасит меня, помогите. От кого?
Ладно, уже, уже не важно, да? Это, знаешь, такой риторический... риторический сос. Пошли, помогите. Мини, мини. Сила. Ай, фу, извини, я по тебе немножко попал. Это бы да, я. Да, не волнуйся. Я очень изоленты... соболезную. У меня изоленты с больше ходят, чем ты. Эх, ракет не схватил либо. Ну, сор мне мощно. Честно говоря, не знаю, как здесь читы высмотреть. Мне кажется, в принципе, более-менее адекватная игра. Сверх противник. Ты про что сейчас? Ну, не знаю. Говорят, что защита. Защита. Я все равно ничего не понимаю. Аналогично. А мне лаги, да? А мне лаг. Не, вот сейчас как раз таки лагать стало поменьше. Так-то у меня вообще были красные мониторчики постоянные, там, минута ожидания, пока сервер поймет, что меня можно выпускать. Так, короче, планеты. Бустар стал невкусным, это квадратный прямочек. Чего бустар? Он стал невкусным. В смысле? И... ну... я потерял к нему интерес. А, ну ладно. А он не отвечал на взаимность. А он не потерял к тебе интерес, да? Да, а гладить его по задним частям тела мне как-то не очень приятно. Эй. Квадратный. Стой. Не замолчи. Блин. Помнишь жизнь. Прилетел к тому, кто меньше жизни, а потом у него не стало жизни, у них моей точки. Ох, черт, что-то я опять начал лагать. Я вылетаю в сенсоре Корса. Че это работает? Есть только что-нибудь. Замочи этого изолента. А, изолент уже сдох, его замочили без, без тебя. Двойщик вот видишь? Не знаю, бустара. Вот знаешь, чего не хватает фонса? Ну? Я когда в Сириусане играл четвертого, там когда... там показывают, какие противники тебя последний били. То есть теоретически у тебя там попало безголок Мейкадзе, типа такого. Это было бы прикольно, если бы ты видел, что тебя треснула ракета и Валка, допустим, случайно, потом ты получил леща от кончичьего. Это было бы интересно, реально. То есть кто у тебя сколько хп снял, хотя бы последние 5 человек. Ну или сколько там процентов от того. Вот это фонс очень хватает. Прям вот добавил там такой. Очень сильный элемент был бы. Ну да. Но это все надо хранить тяжело. Упс. Максвелл здесь. Чего, Максвелл? У меня такое ощущение, что нас угасит. Мне фрейм мочили бустар этот. Ну, видать, тебя ценят. Нас мочат троем. Я очень полезное мясо. Ролики это не только ценное мясо. А, ну и 2, и 3, 4, да? Программа диетического. Ценное мясо. Легко усвояемого сала. Сало? Потому что лес чаще есть, короче, чаще холодец. Не, это просто прикол был.
по-моему, эти, как братья кролики, или как их там звали, этих химеристов. Микки, Фона Морен. А, смотри, вот какие. Это мы братья пилоты. Они не были не юмористы, это эти, мы мультипликационные персонажи. Ну, братья пилоты понятно. Шеф и коллега. И то они пилотами стали позже. Че говоришь, стали? Стали пилотами позже, они за это как-то иначе называли. Плавки были? Да, слесали плавки. Ну, там просто студия пилоты, поэтому типа... Да-да-да, я помню. Ай! Бустер. Меня замочил. Я пульнул ракету, меня замочили, и ракета прилетела в бустер. Тем самым... Против его обосу. Отлично. Ливерно. Пожертвовал собой, чтобы его победить, да? Рест, Игрицы, Инпис. Скорее, Рест Инписис. Мне кто-то любит. Самое главное, что если тебя любят, обычно заднюю сторону тела. А, это был Зеленс. Ну, видишь, как ты там, говорю, потерял к нему? Нет, ты Блюк Стару потерял, интересно. Где я подцепил этого? Хасгрида? Квадрат назад его. Это ничего личного. Человек просто... Просто у него ник в квадрате, да? Да. А квадрат, значит квадрат. Никто его этот ник делать не заставлял. Может, он хороший человек, у него есть... Как у тебя есть, у него есть котик. Он достаточно. Так, мне нравится нахуй полетать или нет. Своим массивным оторванным средним крылом. Вот так скажем. С бубочкой. Так. Где? Ага, вот. Вентус, не увлекай. Стоять на месте. Так. Изолентус убит. С помощью зона. Изолентус убит. Ай, блин. Неудачно лаганул. Неудачно лаганул. Сейчас удачно лаганул. А удачно когда? Когда ты выигрываешь? Это когда противник прыгает не от ракеты, а на ракету. Неплохо. Ну да. Я даже не знаю, зачем ракеты пуляют. Даже не поцелить. Ну, ради этого движухи. Чтобы сервер, так сказать. Да-да-да. Я ради этого мины бросаю. Просто, чтобы бросать. Физимет показался. Да-да-да. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то на меня тут двое. Вот. Даже не знаю кого. Я вижу, на тебе Максвелл сидит. Ты спамишь его своими... Спасибо. Ну, естественно, что мне еще остается? Мина и его спамлю. Я ему чистить. А он меня все-таки включился. Может, ты сдох? Ай! Нет, я... Ай! Ну, может, у него? Ну, у себя я еще не сдох. Я получил торпедой в рожу. Ага, это неприятно. Ай! Это слово. Я тоже получил торпедой куда-то. Это действительно неприятно. Квадратный куда делся? Квадратный ты где? Вернись, я все прощу, да? Да. Ай.
Так, я с блюстаром пока. Так. Квадратный вернулся. Изолентус замочи. Я случайно его правильно назвал, это неверно. Это, мы на это пойти не можем, да? Сейчас его замочу. Врешь, скотина, не уйдешь. Я ощущаю некоторый дискомфорт в районе среднего крыла. В районе седалища? В районе летающего. А, ну тоже верно. Так оно ж у тебя отбито, скорее всего. Оно, А, в душе, фантомные боли. Рай мне мучит. Рай, хорошо. Я могу не успеть, правда, это. Как они все хорошо стреляют ракетами из их? Торпедами ты имеешь в виду? Да я смотрю, тут очень многие с торпедами. У нас на ЕГЭ как-то менее они популярны все-таки, потому что могут заваспать, как нифиг делать. А тут я смотрю, почти у всех торпеды. Ай! Я мочек. Ай-яй-яй. Они хотели стенами напасть. Прям вообще все. Твоя тактическая ценность выросла еще больше. Да, мои булочки очень важны на этом сервере. Я впечатался в Максела и ракету запустил. Ай-яй-яй-яй-яй. Где? Так, это меня просто, кто-то мочит. Я даже не знаю, кто, блин. Я сам себя мочу, видимо. Своими минами. И волкосочек не так же. Да-да-да. Ну, если я умудряю себя вас помувить. Катина, как он меня залагал, замочился. Тоже удачно лаганул. Я хочу опять играть в этого, в Микадо. Густав стрим ведет, я ему сейчас дам. Авторские права, да? Не, шо. Он будет стримить, как он посягает на мою на табельную точку. Ну, там где сок и все такое. Если вы понимаете, что там, да? Да все понимают. Те, кто не понимает, скорее всего, не сможет. Черт. Ну, я нас раз гудрун смотрю. Ну, высоко. Фанат. Ай-яй-яй. Там с помпонами и так далее. Прыгает. Изолента! А, все нормально. Его сбили. Так, кто по мне бьет? А. Густар. Кажется, я ему понравился. Хоть кому-то, хоть где-то. Это тебе... Теплые чувства, да-да-да. Блин, логофильские чувства. Логофильские, да-да-да. Я вообще вдыхаю через раз. То есть я вылетел, вдох. Вылетел, вдох. Ну, видишь, потому что тебя считают ценным, опасным противником. На меня, что называется, как на это... Неуловимого Джо никто практически не обращает внимания. Но только в Густав начал. Так я не знаком. Так, пойти ответить, что ли, ему взаимностью. Густару этому. Ответь ему ракетоводящим. Ну, скорее вас. По-моему, он тоже с торпедой. Я сейчас вражеского стримера атакую. Наша поляна. Ай! Он друга нашел. Больно. А кто у них стрим? Инсолентус? Нет, Бустер. А. Ай. Это пушкарей замочил. Так, кто по мне? Лентус. Не хочет раздеть. Ну, тут раздевай.
Мне кажется, их несколько. Я просто притягиваю. Как... Может быть. Как хотите. Три, да, их трое. Очень нравится. Ай. Извини. Ты неудачно попал на моей дороге. Я дико извиняюсь. Если хочешь, можешь бить меня. Ну, зато мы поняли, кто тебя раздевал, походу. Да ты мне это, ласком в ракету свернул газ. Ты думаешь, я, по-моему, все-таки этой ракетой. Потому что я там целил этого в изолентоса. И тут ты показался. Попал, блин, под раздачу. Ну, да. Так. Я сбил бы сикера свои этой. Своим бицепсом, скажем так. Урок есть бицепсы? Ну, если поискать, может быть, и будут. Кстати, должны быть. Ай, черт, мне не получилось детонировать из-за ветки. Ай, ёлки-палки. Ну, капец. У меня торпеды пынул. Капец, вот народу. Мясо. Зеленцы почти умер. Я тоже. Хотя нет, нет, вру. И я измучил Елизаветус. Поздравляю. Мне кто-то хочет замочить. Да все хотят замочить. Ну блин, я должен помнить. Алло. Ладно, хочешь? Ладно, извини, я не понял. Да вот, не ты случайно? Чё это святое? Так, я с Максу пытаюсь не умереть, видимо. Лентас, мой старый друг. О, блин, у меня Чейн сбился с конец уже. Хэл, алло, тебя слышно, тебя не слышно. Почему Хэл у нас сидит в чате и молчит? Потому что у меня гребаная активация по клавише, которая в игре, блядь, не работает. Она работает. А-а-а. Так как у меня дискорд. Нас могут смотреть маленькие детишечки. Среди наших. Да, маленькие девочки, которые вдруг захотели приобщиться к игре 2003 года. Ну, знает, сейчас, в принципе, даже старая, олдскульная, давно, в принципе, популярная даже. Так, ты что, хочешь добавить букву ПБ, какой замечательный, скажем, отброс Microsoft? Я, короче, лечу аж с Нью-Йорка, мне зачем? Нужны деньги, пушки, все. Слушай, давай в конце к 7 вечера. Что еще раз? К 7 вечера. Ну, то есть. Ай. Кто там меня хочет убить? Если у тебя есть случайно лишний аккаунт на Гамбурге. Знаешь что? Мне кажется, они не здесь. У меня. Помнишь, были ключи. Я просто не смогу на во время стримки найти, надо было раньше искать. У меня были эти, помнишь, чары для Гиркова, наш Эвентер, где Мизерикорд. О, да, помню. Что-то помнится, что-то такое. Помню, мы с Ульнем делали запасные ключи. Сейчас нет бета оставались, то есть там были альтернации. Я просто раньше, говорю, очень много ключей было, и от РБНовских тегов, и отважного. Короче, на отважном, если возьмем. Короче, надо у Лёхи спросить ключ на отважный, мне кажется, Лёха что-то мне ночью пошлёт. Ну, я, кстати, не говорил про этот мероприятие. Не сильно. Что сказал? Что сказал? Он сказал, что у него кокпит разрушен. У него клавиатура глючит, и у него флеш проглотил. Два разных мастера и так далее. То есть у него летательные средства немножко уничтожены. Ай-яй, у меня, кажется, у меня трич. Кто тебя мочит? Меня Фрай замочил.
Я сказал, если бы ты мне вчера сказал, что тебе нужен чар, я могу что-нибудь достал. Я, скажу честно, я даже не знал, у меня было, в принципе, два ключа. Два ключа, но я понял, что это не те ключи, которые... А прикол в том, что у меня ключи на втором компьютере, но он пока что сломан. Второй компьютер? Третий комплект? Там не старый, старый, Атлон третий. Mm-hmm. Мне надо было играть, чтобы... Здесь есть... Сам прикольный? Ай-яй-яй. Давай. Что самое прикольное, мне... Давай, Фрил, говори. И что самое прикольное, у меня был где-то ключ, но мне надо вспомнить, куда я его засунул, потому что я не помню точно. Он был где-то у меня на телефоне. Заныкан. Где-то в телефоне, короче, заныкан, у меня был ключ один, помнится. На телефоне? В телефоне, да. Ну, чтобы не потерялось, да? А чтобы не потерялся. Я говорю, за такое время только телефонов сменил, что, в принципе, мне кажется, что его там уже нет. Не знаешь, я не удивлюсь, если у тебя ключ лежит в виде смс-ки в телефоне. Не, скажите честно, очень, очень жалко, у меня было очень много ключей, у меня был еще склад с пушками, там дохрена денег было еще, короче, так вчера все было. Я сейчас помню в случае с Ксандром, когда ему бланк убил в 100 миллионов. Ну, просто захотел с него уже русским. Расстроился и... Замотил все свои чары, а одним из этих чаров был выгнанный банк Ксандра. Сефер, не знает, кто это такой. Не из-за Линтаса. Я понимаю, это мероприятие только на сегодня, да? Завтра его не будет. Ну, во-первых, ты можешь играть каждый день. Ну да. А, ну понятно. И если ты позовешь на игру, я приду, не знаю, как остальные. Ну, кстати, можете что-то смастерить. Если хотите, я, может, даже что-то интересное придумал. Я, короче, касаемо мод-менеджера, я все-таки не заморачивался, я его просто снес нахер. Ну и тоже так. Короче, я замочил. И все файлы из Гамбурга, я просто, точнее, с этого мода перекинул в корневую папку. То есть у меня сейчас Фрил себя представляет мод Гамбурга. Слушай, Фрил, не хочешь мне помочь в настроении? Смотри, все как настоящий мод строитель. Ну так, я просто помню эту фишку, что раньше говорили, типа, что если... эта система не работает, то, в принципе, надо эту систему заставить работать. Заставить ее работать как? Корневую папку, и все. Я вот не знаю, просто на Гамбурге раньше было ограничение в 35-й уровень, соответственно, 35-й уровень зарабатываешь. Тут уже 49-й вот летает. Тут, здесь, я смотрю, тут есть и это, и 66-й уровень. Нет, я не понял смысл. С 35-го уровня начинает кикать сервера. Потому что мод начинает, да, мод начинает на себя выпендриваться, короче. Знаешь, наверное, это про чистый фрил, потому что, вот, нет, странно, погоди. Нет. Это все локально. Короче, планы у меня следующие. Короче, я сейчас лечу Дрезден, Сигму 19, собираю там все пушки 10 уровня, подаю эти пушки 10 уровня, покупаю себе Орел. А тут как, пушки резаются после каждой перезапуска сервера или как? Они резаются при каждой перезапуске, но ты не можешь предыдущим чаром их сбить. То есть если ты... Я могу сагрить на себя ботов, которые будут стрелять в эти корабли, и оттуда будут опять попадать пушки 10-го. Ага, вот ну чё. Да, кстати, это работает. Потому что фрил не сохранит это. Да. То есть принципе... чары считаются, ну в смысле, непись считается отдельными чарами, да? Да. То есть ты просто, ну главное, чтобы эту непись надо заманить в газовое облако, ставить их там еще не взорваться. В принципе, где у нас дорогие пушки? Дорогие пушки у нас в основном Омикрон Тета, Омикрон Альфа и Сигма 19. А, Сигма 13. Сигма 13. Ну, Сигма 13 обязательно. Сейчас там пойду... Там две пушечки. Там не две пушечки, там целое кладбище кораблей. Нет, там... Впрочем, взять только две по две. Два плюс два. Там же эти Diamondback'и. Diamondback'и самые красивые пушки. Блин, у меня еще карта Фрила еще, она вся закрытая. Блин, Хэлл, ее надо наизусть помнить. Ну, я-то помню, я говорю, я лечу через Гамбург, я уже в Гамбурге, сейчас буду скоро в этом. Короче, скоро у вас будет, волнуйтесь. Так, что-то мне там... Кстати, всех ты заценил фрил для видеоролика? Что-что? Какой видеоролик? Зачем? Ну, мне же интерфейс, ты заметил какой? Капец, вас тут... Кто вас хранить будет?
Так, зачем хоронить? Рано или поздно на планету или на звезду. Нормально. А Бака, смотрю, 69 уровня, блин, конечно, да. А у него ночью миллионер. Блять, на два уровня. Если он там прям не миллионер, он прям там миллиардер. Дядька неплохо устроился. Он в свое время вообще 24 на 7 играл. И Синигр. Кстати, Синигра 13-го почему-то нет. А его давно нет, он что-то. Не знаю. Леха рассказывал, что на него жена ругается, что он постоянно купил до него. Я помню, у Кин были истории, когда там чел кто-то играл, это был на сервере, кого храбрится. Ай, черт, не стал ничего. Играл на каком-то эвенте, и у него там во время битвы реально чуваку жена вырубила Софи. Ну и вот, ну понятно, приедет его знать. Ну да. Все коротко нет жены, да? Слышь, Йор, а ты не сможешь мне передать хотя бы хоть сколько денег-то? Подайте кто сколько может. Да может! Знакомый, да, я сам же такой. Я Севу Лям дал свой. Ну да, спасибо. Ну хорошо, тогда я сейчас пушки пособираю, а зайду потом в гамму, соберу еще там вот эти вот ракеты-парализатор. Парализатор. Парализеров. Кстати, есть только снаряды, самих установок нет. Да, вот. Я говорю, снаряды продам, из них тоже около 300 тысяч по имени где-то. Ай. За одну. Я за одну штуку я поменяю 300 тысяч, так что нормально. Я, кстати, злоголный. А, все, вернулся. Да, аналогично. А там пин, кстати, нет, там и красного экранчика. У меня тут такой этот рассинхрон был, что я не знаю, там, лаги до 30%, что называется, на отдельном сервере, скорее всего, летал. Так, нам тут Гудрун говорит, она, кстати, это сказала еще минут 10 назад, что с ракетой летать на ФХЦ не модно. Не модно? Я раньше летал с торпедо-ракетой, и многие восхищались, говорили, как у тебя это получается. Ты это слово спамер, если скорее говоришь. Ну, да, и типа не спамить ракетами, ну хорошо, могу отключить. Нет, просто прикол в том, что тут такая двоякая ситуация, потому что ты когда стреляешь в противника ракеты, он пытается от нее убежать, и ты выпускаешь торпеды. Получается, он отвлекается на ракету, и в него влезается твоя торпеда. Не, я про то, что типа не модно тут раз говорят. Не знаю. Из каких соображений? Типа они договорились, что все летают с торпедами или что? А, нет, это давно уже не модно. Немцы очень любили именно стрельковое оружие. Стрельковое, блядь. Что называется, чем попал, тем и радуешься, что называется. Не, они просто очень любили сильно ПВПшиться на пушках. Я из-за этого с миной прибил. Блин, еще и мины покупать точно, я ж помню, им еще спамить надо, блин. Если меня бы не позвали бы в Counter-Strike, я уже давно уже себе прокачал бы себе корабль. Ай. Ты что, в Counter сейчас играл? Да. Какую? Ты меня настраиваешь. Древнее зло не пробудился за тебя. Понимаешь, как бы меня попросили, чтобы я им затащил, и я им затащил. А теперь ты получишь свой дрондулет в район... Ничего страшного, я абсолютно самостоятельный парень. Сейчас я тихо подойду на базу, там сохранюсь, соберу пушки 10 уровня, продам их. Кстати, а пушку серебряный песок мне надо, кстати, не продавать. Помните мне про это. Я буду хотя бы хоть какое-то преимущество. Кстати, блин, я вспомнил, даже сейчас полечу в Омикрон Тету и соберу там бластеры 9 уровня. Сейчас, короче, соберу себе два бластера GM Джешелского. Получается, у меня будет серебряный песок, одна пушечка.
Ох, чувствую, сейчас разойдусь. Только тизон надо будет купить, репутацию с этими гавриками отправить. Так, дэму, им говорят, где ФБ. Именно так. Еще. Что, в принципе, бизнес-план есть, да. Так, склад Янаги. Ты знаешь, как это сказал? Вы к нам в тумане. Да? King Kong the money. Сейчас, короче, соберу. А жалко, что с каждого вылета базы пушки не обновляются на кораблях. Очень жалко, кстати. Хотя сегодня, в принципе, эвент, мне кажется, их могли ограбить уже за меня очень давно. Но, в принципе, я думаю, что здесь достаточно все богатые пацаны. Девушки. И я смогу, в принципе, собрать себе коллекцию с пушками. Как давно уже хотел в Лохотюк поиграть? Да. Ужас какой-то. Да. Я последний раз, когда сыграл как в Коннектаке. Так, Майс Драйвер тоже. Все, я наконец-то прибыл. Я тебе могу сказать что-нибудь снять, но мне что-то не очень удобно. Здесь гиф-кеша нет. Ну еще раз? Гиф-кеша тут нет никакого. То есть хороший это так. Хороший мне кмотр, здесь хрена. В итоге меня убил за Изолентус. А, ты убил? И тебя убил за Лентус? Да. Он нас обоих убил. Че тут? Ребята, дайте мне деньги, дайте мне пушки. Это, будем говорить, просто на ХХЦ ракетчики хорошие, любого ракетчика замочит. Можете попробовать, один на один. Лаха, правда, изгаляется последние несколько дней. Растопили ракеты, но он пускает что-то одно, в зависимости от противника. Хелл. А раньше ты не мог чар прокатять? Знал же про Ивенс. А, ну да, но что-то я про него подзабыл. Мы сегодня очень часто приглашали. Это мой косяк, да? Да, это твой косяк. Надо было напоминать о таких вещах, надо было сразу напоминать. А ты не напомнил, вот и все. Блин, если не, что называется, ракета типа считается более слабым видом оружия здесь, то и нормально летает. Я-то думал, тут типа неписанные правила, нельзя летать. Немцы не любят правила. Я сейчас это буду старый, буду сам контрить, он задолбал. Я вот только не понимаю одного, а где еще корабли Алла, корабль второй? Короче, идем по крестам называется. Ладно, давай, это следопыт. А у тебя еще есть... Нет. Газовые облачка эти. Не надо, ребят. Империал. Ну? Что? Серьезно, что ли? Ладно, хорошо. Опа, все, нашел братские могильник. Не надо. Я это буду старать, теперь буду контрить. О, слышь, Юр, у меня есть предложение. Может, я все-таки возьму себе... Сейчас скажу тебе... Как это называется? Драконий корабль? Слушай. Дрейк. Который маленький. Ты хочешь быть... Человеком нехорошей, ну, скажем, нетрадиционной репутации. Да, нетрадиционной ориентации, скажем. Так, смотри, тут Гудрун говорит, вот у многих 89 уровень, а в Рэке давно ограблены, сервер давно не перезагружали. Кстати, скорее всего, из этого было дело. Короче, я нашел тот братский могильник, но тут нету пушек, блин. Пофиг. Вот Гудрун тебе нам и говорит. Что говорит? У меня главный вопрос, Хелл, откуда ты на матке найдешь? На матке я выбью. Где этот стример вражеский? Пытаюсь их выбить, но, к сожалению, тут, короче, тут все пушки уже ограблены, короче. Тут нет пушек. А Гудрун не может мне при помощи команды гамбургской перевести мне какое-то количество денег на счет? Не говори же вроде, Джейдер, что нет тут этого. Нет, здесь есть, чар-менеджер. Есть программа. А, окей. Программа специальная. Ну, че, ну, он прописывает командную строку, сколько перевести и переводит. Так, где этот вражеский стример? Вражеский стример. Это вражеский стример, почему?
он не помнит. Я чувствую некоторый дискомфорт. Как я говорил, в районе летающий. Ну, попробуй передать его противнику. Я и не пытаюсь передать. А знаешь, что мне упало? А, мне упало две пушки нефрита. Классно. Штамп. Черт, у меня кончились деньги на ракету. Ладно, хер с ним. Ничего себе, когда денежек? Да не надо. О, еще один корабль с пушками зашибись. Хорошо, классно. Красота. Блин, ну давай, я тебе прикину. Пожалуйста, пускай это будет серебряный песок, Это будет оникс, блин, это будет гребаный оникс. Нет, мне не подходит оникс. Смотри, короче, Сев, если ты подлетишь, можно место, я тебе, там, не знаю. Ну за окей, давай. Рингом, я могу тебе сделать этот тест, только не скажи. Да не, пока не надо. У меня еще остались немножко. О, ребята, у меня есть к вам приложение, может, все-таки вы мне... Снимите по одной пушке на мадовскую. Ты чё? Короче. Как вариант. Мне кажется, будет сюда. Короче, ну, предложение очень, в принципе, хорошее. Вы просто снимаете по одной на мадовской пушке, даете мне и всё, супер. Тебе двух пачек. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. С 100 рубля будет 200 у тебя, да? Абсолютно. Мне кажется, у нас тут этот... Ёбовый. Ну, обманывай. Может быть. Смысл завелся на ее коммерсант. Мне кажется, нам делают бизнес-предложение. Ты хочешь с ним согласиться? Ой, ёп. Добейте, пожалуйста, бустера. Или я сам это сейчас сделаю. А чё, кстати, хорошее предложение. Я снимаю это по одной пушке. Я предлагаю, вы снимаете по одной пушке. Я снимаю с вас изоленту. Мне кажется, это очень выгодное предложение. Что сказать, Потап? Две намадские пушки на изоленту. Задумайтесь. О, желтый экран. Что ты там творишь? Какие сервер сломал? Сказали пушки найти, я не ключ включения сервера. Я пытался, но пошло не так. Мина, боевой пес, мина, миномет лезвие. Ты что, там новый диск что ли скачал? Да. Да. Не, ну ты что ш... было, то и скачал. Ты. Ты слушай, ты сейчас, ну, я более чем верю, что на маске Клодера там не будет. Ты с патрианцем, ты осторожней. Так. Блин. Я если что буду вот платить за ленту. Юра! Чего? Я могу тебе только чар найти, но у меня тут это стрим смотрит. Хочешь, чтобы я сейчас Ладно, это... понятно. Не, ну в принципе я могу. Если очень сильно стараться. Просто мне все не есть. Не, ну понимаешь, как бы от твоего старания зависит час моего времени. Час моего времени и, возможно, убитый за ленту. Задумайся, короче. Знаешь, из ленты сможет умирать несколько раз за всю жизнь. А тебе черный покачать сегодня раз. Ну да. Что, за счет его. Так что вот, я на твоем месте. Я бы задумался. Дел, да сейчас разойдутся, все не спеши. Все? Сейчас все разойдутся, будем говорить. Так, ребят, сейчас погодите. Я сейчас быстренько. Сейчас я стрим переключу в режим ожидания. А хотя какая разница? Не. Сейчас, секунду. Так, я пока включил выходной поток. Ща я. Прогуляюсь быстренько по файликам. Окей. Так. Я в тебя верю. У меня есть эти местные фоны, каноны. Ух, ё. У тебя включен диск, что ли? У меня бета есть. Я только не знаю, где они лежат. Давайте сейчас скину три штуки. В личку. В этом Дискорд. Ты попробуй, поищи там. Короче, попробуешь, да? Ну попробуй, прогони по бетам. Там одна из бет точно в этом. В гамме должна быть. Я куда-то не скинул.
личик, я понял, хорошо. Да, у меня как пример все время будет. Надо убить. Потом еще один тип карты будет, кстати. Купать Зелентос. Так, если помрешь, скинешь денег все-таки. То все, у меня уже и контронер не на что купить. И его. Короче. Эгбета? Эгбета? Ща, залетай за Духримк, я сейчас тебя подкину. Сейчас я помру и залечу. Слышь, Юра, у тебя точно нету ключа от отважного, потому что на отважном были мои чары. Слушай, Хэл, попробуй хотя бы бету, там хотя бы хоть кер будет, и все полетеешь с нами. Окей, хорошо. Хорошо, дай я посмотрю. Так, Эгбета. Так, все вылетает, это вылетит уже. Да, залети за Духримка, тебе сейчас скину. Да, да. Ой, черт, не наверное. О, пихнул. Ага. Ну, теперь смотри, квесту. Блин. Ну, тебе 500 дам, у меня всего полтора лям осталось. Ой, сколько не жалко, что называется. Забирай. Спасибо. Не понял прикола. Смотри, Хэл, я не знаю, какие из них гальны. То есть, найди, прогонись по чарам. Погоди. Так, у тебя сидит Инсолентес, Изолентес. На косте. На косте. Да. Я вроде... Изолент, если есть преимущество, можно на одну кнопку R нажать, и он уже у тебя вызовет. Е, я ракеты в Изолентес скопал. Е, бой. Ты че думал? Ай! Мне квадрат не примочил. Омикрон гамма. Нет, бета 1. Попробуй. Оу, оу май! Наконец-то! Ну вот видишь, вы камп магии. Наконец-то! Так, а мне опять изолентос. Ага. Зорница, зорница. Его занять немножко. Зорница, я вот и говорю. Зорница. Зорница. А на матке есть? На матке... Господи. Секундочку, мне надо пойти купить Тизону Дельцит, чтобы хоть как-то снимать им щит, потому что без Тизона Дельцит будет очень грустно. Наверное, так, бластер свой, ё-моё, сколько здесь пушек. А, слышь, Юра, тут есть много короче, два бластера и две пушки. Ай. А там вообще-то склад или просто чар? Там всё промонтировано? Это просто чар, это просто пушечный чар. Тебе нужна какая-то пушка или чё? Не, покупай Тизону сколько хочешь. Главное, чтобы есть просто там лежать на матке. Хоть и крайс, сколько хочешь, не вообще приводить. Я просто купил бы себе одну Тизону, потому что без Тизоны будет очень много. Короче, бери, лети и покупай. Прям вот вообще дел с этим чаром только сам понял. Эти вот дырим. Хотя вот думаю, в принципе, сможет тебе оставить пушечный чар? Нет. Слушай. Просто играй. Ты можешь вот здесь и поиграть с этим чаром, если тебя не сложно. Все, хорошо, все, я просто. О, Константин, это был мой. А кто там просто там беспокоит? Смочи изолента, Саки. Ай! Меня квадратный мочит. Ай. Или не квадратный. Или оба, да? Не, устаревший мочит. Я не понимаю, почему здесь такие... А, ёлки-палки, Хелл, ты в бою или улетел, скажи? Что, еще раз? Ты в бою или улетел? Ты ему группу хочешь принести? Я сейчас на Триполе. Короче, когда будешь воевать, скажешь, я тебе инвайт скину. Ну ты мне увидишь. Я буду белый, и меня будут звать. Я буду белый и пушистый? Буду белый, кстати. А почему, кстати, здесь орлы белые, я не понимаю, в чем прикол. Это косяк играть в Фрилл. Спасибо, Гулгейтс. Кстати, они не были никогда такие белые, они были всегда желтые, вроде как. Я тебе говорю, это график косяк на базу. Чисто на базу. Вот и все нормально. Мне опять мочит квадратный. Нет, не мочит. Так, я на бустаре, короче. Нет, мне мочил изолентус. А, ну вот. Короче, знаешь, Хэл, говорит Гудрун, что если свака ты подерешься, то он тебе сделает рампагу, может даже...
Я на Вака в свое время делал доминейтинг вообще, на Вака. Не будет ему ничего в обиду сказано, но я на нем очень нехуёво отжигал. А что, не знаю, это как там будет? Пушечный чар. Он быстрее, то сейчас уже ребята разойдутся. Измочить кто-нибудь старый, он хочет меня скушать. Не старо, хорошо. Я очень постараюсь, но скорее меня скушают быстрее. Тебя скушают на завтрак, на ужин или на обед? Дай. На 5-часовой чай. Тебя этот чувак свой. Да. Так, я не понял, там Вакут так офигенно играет, что ли? Что-то я не понимаю. Ну видишь, он уже суперзвезда. Пора напомнить. Я вот чувака сдетонировал. Извини мужик. Ой, тут еще линкор даже случилось. Эти сволочи пригнали линкор. Я детонировал за лентусом. Ты еще получил хрен это значит. Все очень мало жизни. Не сработал. Я даже помню, как быстро садиться на базу. Режим. Кстати, интересно, в сингле работает набор. Чего вы работаете? Наоборот, вот этот кимонжин работает иначе, потому что наоборот хуже делаем. Лучше без него садиться, потому что если садишься с кимонжином, он не дает его птить как сцену. Реально так было. Пакета хулан. Своими намадочками. Нет, слышь, ты чё, бустар он меня забрал? Извини, если это я. А, я его задал. Всё-таки... Я его, значит, вот это, шлифую. Так, управление, сейчас, секундочку, я построю. Разминулся. Скольжение надо включить. Вот, изоленту добивай, изоленту собирай, у него чуть-чуть осталось. Ай, ладно, извини. Уровень. Что он сам на минуту напорол. На сатурн твою. Или не твою. На мою. Интерфейс. Следующую фразу зовут. Так, запись, детали. Цель, статус, конвертируй группу, назначить группу, что, блин? Блин, нет, квадратный шлем учит. Ладно, квадратный, фрай. Я ищу, да, задний. Блин, а теперь будет старначен. Боже, хороший человек. Решотим? Зорница. Миномет буровик. Так, Бодрон, хватит. Не надо туда скидываться своей любовью. Знаем, что у тебя щечки красные, когда ты права-то говоришь. Миномет буровик. Покеротор оса на восьмерке. На восьмерке приставит на девятку. Так, сейчас произвалю. Два. Все, что ж, блядь, погнали, да? Против нас Вака? Не, он из-за нас. Да, тебе даже против него воевать не придется. Подожди, а кто против нас? И у тебя кто-то зло? Ща, я почти нашел. Где-то. Сюда. Понял. Мне фрэш это есть, значит, все. Все, врагов вижу. А, пишет. Блустар. Что, я тебя убил, Блустар? Да. Все, идем мстить, мать. А что-то мне все очень плохо это тут. Очень-очень плохо прям. Где Блустар? Я иду за тобой. Ага, блин. Слышь, ты своим мином его замочил. Ну он меня атаковал, извини. Я убил до этого. Так. Ну теперь меня атакуй. Давай. Ты ему это... Я... Я как Витяч, а ты влетал еще. Давай. Сожрал ракету все-таки, а, блин, подлец. Еее.
кушай, стёпушка. Так, добивай его, добивай, добивай. Сейчас, короче, графику сделаю очень низкую. Ты у меня его забрал. Да и я... Ладно, хорошо. Ладно, я хочу. Я хочу квадратного квадратного... А, блин. Квадратного лака сделал. Так, хакер, это на каком языке, интересно? Очень бьет. Тебя этот, твой бустер мучит. Так, ладно. Окей, где он? Не вижу. А, вот вижу. Живи. Бустер. Спасибо. Сейчас мы тут это сделаем командную игру. Да, 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 давай, 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 красавец, давай. Давай, Изолентас. Давай, так, подпишись. Меня накрывает. Ай, ай-яй-яй. Меня почти смочили. Спасите меня. Спасите молитву. Кто тебя мочит? Да мне одна из капли брони. Поэтому я мочу. Минус один. Живи. Минус один. Я очень вкусненький. А, мы взаимно уничтожили. Ау, 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 ау. А кто, 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 кто это? Кто это, блин? Кто это? Кто это, кто это? Ау, ау, ау. На Салендоса там оседаете. Так, у меня кто-то очень, очень злостно сидит на хвосте. Да, какой-то Зафиэль. Сейчас я его немножко попытаюсь отвлечь. Живи, бля. Первая, первая ракета. Живи вторую. Ты ж сожрал бы, если бы. Кстати, у тебя сколько денег вначале? 2 миллиона. Слышь, вообще там коммерсант. Ой, блин, ай-яй-яй-яй. Так, добивай бустера, да слезь с моего хвоста, блин. Че, его уже убили? Слезь, да, с моего хвоста. Кто-то у меня на жопе сидит. О, вы говорите, я могу. А, я извиняюсь. Как там, говорю, на летающе? Тьфу, я привычки пытаюсь сбить КЕ, блин, васпами. Привычка. Как я его покромсал? Не фрейзмыч. Пусть Нубера говорит, что... Вообще, Нубера, извините, пожалуйста. Ну, почти не очень активный товарищ, извини. Что поделать? Жизнь. Что, надо, что надо извиниться перед кем? Что случилось? Не знаю, ну потом говорит, что что-то отсюда. Я не знаю, как ну, пошла игра. Так что... Извини, чувак. Жизнь такая. Минус один. Угу. А мне зафиль, что ли? А, это, блин, эти АФКшники стоят. Да, в ёлки-палки. Я слишком свободно говорю, поэтому... Он Инсолентос решил меня заизолировать. Окончательно. Или не он. Буду на звене поздно. Надо было всегда с ударением писать. Минус один. Как ты будешь... Изолен. Покажите мне Изолентос. Я у меня на прицеле, я сейчас скажу. Он красный, если что. Зюзю, красный. Ах, черт, его этот. Экванокс какой-то забрал. Экванокс это. Его забрал Экванокс. Мне бы сюда торпеду, конечно. Она вроде... А, нет, закрылась торпеда, нет? Ганс онли. Чё, мы теперь без этих? Чё, я ничего не знаю. Спутник с прахом за дочь. Говорите, пожалуйста, по-русски. Да, у меня игра вылетела. Просто вылетела. Готов с подобных проблем. Что игра просто на ровном месте вперед вылетает. Аж типа, это называется тот случай, когда вроде игра старая, но проблемы с ним все те же. Вылетает посередине. Я его как замочил.
Постоянство? Ну-ка, на мне два. Кто на тебе? Блин, где ты там? Я сейчас суплю, я думал, что-то ответить, может, этому товарищу. Ничего не отвечать. Да ничего не отвечу. И нет, никакого спама не замечаю. Короче, тут проблема такая прикольная нарисовалась, что... Я захожу в хвил, мне сразу кидает... Потому что ты тебе... Ну, честно, это писать, подожди. Что кикает? Меня просто выкидывает из игры. Я не понимаю, в чем, конечно, прикол. Ай, блин. Что-то происходит. В чем прикол, ты не помню. Ну, смотрите, если вот на самом деле такой эвент собираешься сделать, можешь что-то такое веселье по хвилу придумать? Может, даже по чистому хотя бы? О, с рампагом. А, нет. Это... Извини. Я думал, это ты. Ну все. Я чувствую возмущение моей. Возмущение силы? Да. Это мой энергогенератор. PowerPoint, скажем так. А ёлки-палки. Где этот бустерщик? Где-то тут. Где-то рядом. Киньте мне опять в руку, я... Чё, вылетел? Ещё я сказал, подожди. Я жду. Так. Не, пошёл, ты за ним. Зафи. Так, давайте забьем Зафи. Я начал кто-то бить, скорее всего, он свой, но... Хелл, сейчас, секунду. Инвайт. Хе-хе-хе, подорвался, сука. Ой, я отклонил приглашение, поэтому случайно у нас обстоятельства. Спасибо. Зафили мы вмочили, нет? Да. Ай, так, кто там по жопе стреляет? Ай, блин, извиняюсь. Просто говорю, рассказываю предысторию сервера Гамбург. Тут в основном раньше играли с торпедами и с пушками. То есть немцы не любят ракеты. То есть, и когда мы первый раз к ним пришли с ракетами, они немножко как были. Не то, что в шоке, они были немножко как бы. Обиделись. Знаешь, что я могу сказать? Это их проблема. Честно. Пил, позволяй. Если они сейчас. Я у них спрашивал, типа, почему именно пушки и торпеды? Они говорят, типа, что, ну, как бы это уже старая у них привычка. Я помню, до этого читал на французских серверах, там, Fair контактом и так далее, там дальше были сервера прикольные тоже. У них тоже было дофига своих там приколов, традиций там, и так далее. Но... Я понимаю, но если они не скрепят эти традиции в игре, типа, нельзя вообще покупать ракеты, допустим. Это их проблема. Реально, то есть я ничего не обязан. В этом, кстати, на самом деле зрелая беда. Его не сильно легко программировать. Так очень многие вещи, которые видны у нас на словах, их тяжело. А Вака там, смотри, он рубит вовсю, блин. Он у меня факи собирает. Вака там нахваливают, блин. И скажем так, вот. Почему у вас кто-то только... А почему у вас только в конференции двое, вы скажите? Где еще, ребят? Ну смотри, сейчас, во-первых, они будут говорить на каких-то там сосистских языках, имеется в виду ваши сосиски. Во-вторых, у вас вообще не тянет, и Гудрун тоже не тянуло, поэтому я и приглашал. А, кстати, а что Гудрун не зашла все-таки? Ну, я говорю, я и приглашал, но у нее компьютер не тянет, во время фрил и все остальное. У нее фрил, минималка телевизора работает. Хочешь сказать, старый компьютер настолько, что не тянет фрил? Да, Хелл. Ну точнее, фрил он тянет. Но фрил и Дискорд. Дискорд, честно говоря, такая жрущая штука. Ну,
почему это. Пускай заходит в Discord через сайт, и вот я зашел в Discord через сайт, и все, нормально. Discord это кривое фуфло, и оно с браузера живет по компа у тебя. У тебя комп сильный, а у нее компа нет, и ты хочешь, чтобы съел еще столько же компа. Ты представляешь, так, что ресурсы... Надо есть. Просто узнать причину, почему у нее, может, ее... Это невозможно, Хэлл. Надо подкачки сделать, я не знаю, в чем... Хэлл, современные нет, браузеры жрут компьютеры, ты мне это говоришь, как веб-программист. Ну, что ты мне говоришь, я знаю все. Это невозможно сделать, и этот Discord, он сам по себе, является браузером, даже если приложение скачиваешь. Всегда браузер, делай, что хочешь. Ну, это да. Поэтому он всегда живущий. Это странная тема. Нет, я помню... У нее просто реально там чуть не одноядерный процессор, так что что-то хотел. Ну вот, нихуя не получилось. Я ей предлагал через телефон. А, да, кстати, через телефон. Хорошая идея. Что-то у нее там не получилось. Ну, короче, ничего страшного, потому что мы будем не послушать. Ты будем когда-нибудь слушать. Не слышал, вот он, ау, мне тут очень больно бьют. Ну, я, видимо, втроем. Никого. Да. Видимо, втроем меня очень больно бьют. Засранство. За ленту сплю. Тебя Макс убил. Слушай, ты если что говори, хоть рогасик, я тебе буду помогать. Окей. Так, у меня на хвосте сейчас было. А, ты не будешь? Да, ну просто реально. Я вам сейчас этот мусор размочил. Как ты его подрезал-то? Я люблю прям в рожу вставать и сканировать их. Знаете, не по этой кнопочке один... А, есть, кстати, плагин, который помогает тебе использовать один бот только. При лобби. Сделать такой один ботик, типа ракеты, это восстановить щит, чтобы звездок не фонаться. И типа вот. Все. И почти вернулся, извините. Кстати, ладно, это шутка, не слушайте меня. Это я так никогда не делал. Это я сейчас придумал. И пробовать не буду. Верьте мне. Окей, я прослушал, так что я не знаю, о чем ты говорил. Так. Я сейчас сплю. О, ну старый. Можно, кстати, Юра, еще прикол был в том еще, что когда мы зашли мы на сервер Гамбов, ну, ты не играл, в принципе, только в Эвенте участвовали. А тут было хрен разберешь, кто пират, кто не пират, потому что пираты вели себя как законники, а законники вели себя как пираты, короче. Или вообще не будут поменять пираты законники, да? И долгое время мы, кстати, не могли понять, кто есть кто, а потом как-то мы начали с кланом ББ очень активно воевать. Точнее, воевать, сотрудничать. Война перешедшая в сотрудничество? Да-да-да, мы изначально с ними воевали, а потом мы начали с ними сотрудничать, короче. Мы воевали против общего клана, короче. Чего вы думали, ребята, на меня... Капец, они там это... спорят из-за правил хорошего тона еще, когда успели. Так. Слушай, Хэлл, на тебе Максу. На меня очень много смотрит. То, что много. Опять Максу на тебе. Просто я на нем, а он на тебе. Живи. Пару приколов я знаю. Живи. Хочешь? Минус, Макс. На мне двое, на мне четвертый. Да, Фрай. Сейчас. Фрай сейчас снизиму Фрая. Возьми Фрая, я сейчас тоже ему отвечу. Тиму в Летелище, я в Маргарич. Блин, я не могу развернуться. Дай, на меня уже кто-то. Минус Фрай. Ты красный, когда полетела ракетка. Ну да. Так, на мне еще этот четвертый стоял. Что-то очень меня любят сильно, я не знаю почему. На мне двое. Кто? За Лентос? Еще какой-то хрен. Я четвертый, значит, могу, у меня одно деление сейчас помру. А так я там смотрю, блин, прям рампаги мутит, блин. Замочите четвертого там в конце, у него одно деление буквально осталось. А мы против ББшки, а ББшки, кстати, хорошие, ребят. Чего против них воюете? Ну, как группы собрались, так воюем, я пишу, почему. Если не политическая битва, если Эрентс. А, понятно. ПФА, типа. Ну, тут того.
Ау. Изолента с меня гасит. Еще лагает, еще прикольно. Сев, кажется, ушел из чата. Ливнул, скажем так. Может, только... И... Ракеточка изолентус. Просто я хотя считаю, что ракета это Лену Гофф, а торпеда это или Guns Only Skill. И торпеды на ХЦ работают лучше. Я когда играю, даже включаю Mozilla, так как лагает. Дискордом или ТС, тем более. Ну, я вот про это говорю. Ну, двое. У меня двое. Я вижу, тебе полстарые зафиг. Алло? Всех привет. Алло, алло. Отлично, брюк. Я вернул. Видимо, я не могу даже повернуться, блин. Ты возможность повернул. Ничего себе не делал, я на... Так, минус один, блин. Зафиг еще на тебе, сейчас я помогу. Понравилось? Давай, повторим. Минус. Попробуйся. Ладно, на мне Максел и 4-4. Короче, Максел не хватит. А ёлки-палки? Ёлки-палки? Я скоро буду это... Ребята... Я хочу топлис. Минус один. О, бедный Максвелл. Так, а я на инсоленции тогда. Вот Брон заявляет, что ББ это читер. Представляешь, кого? А, да, они, кстати, у них были раньше приколы. Читер, там даже. Это нормально. Четвертый, ты че меня любишь? Вака опять, блин. Вака, блин. Прикольный пацан, да? Да-да-да, давай, дорогой, давай. Ай-яй-яй. Давай. Минус. До свидания. Густа размочил. Слушай, ну сейчас назову хитерами, спайнерами, ракетчиками. Ну и нормально, почему нет? Ракету грузи. Макса вот половина. Макса, но... Так, на мне бустар. Бустар, хорошо. И четвертый такой. Я постараюсь его отвлечь. Ничего не обещаю, так. Ты лучше используй, то, что на меня влетит, и ребята, я не мочу. Да блин, да хватит меня мочить. Бустар приключился. Проверь на меня. Да, он на меня приключился. Он на меня приключился. Так, я Макс вот такой. А у него что-то даже... О, изолента сходит под мочит. Так его возьму. А, он меня мочит. Нашли друг друга. А, и у меня одно деление осталось. Живи. Давай. Мы в тебя верим. Давай. Все на стриме было эпическое. Меня очень кто-то больно насел. Слов совсем больно. Насел. Меня. Иди сюда, иди сюда. А, на меня трое вообще сидят. На мне трое. Изолентас проще. Изолентас умер. Густар на меня еще какой-то. Обычный игрок. Густар, хорошо. На самом деле незаметно, что там только Серилка, да. Я поэтому не заявлять ничего не буду, извините. По видеороликам я никогда извините. Ребята, блин, я все, конечно, понимаю. Дайте сейв. Но. Что зараза, блин? Воюем, блин, страниц. Иди сюда, блин. Угу. Давай. Давай, красавец. Возьмите Фрая. У него мало жизни стало. Я на Булстаре. Уже нет. Так, Фрай, говоришь? Фрея. Короче, я понял, не надо сворачивать игру.
зачем ты сворачиваешь? И на экранчик нажимаешь. Меня просто, говорю, мне пишут, а я отвечаю, поэтому я сворачиваю игру. А что, не отвечай, ну, ты знаешь, как важно делать вообще. Просто сворачиваю игру, поэтому. А дальше подойду. Чёрт, я зря ровно полетел, меня зафиг прибил. Там что-то чуваки что-то ноют про ракетку, про что такое. Да и ладно. Будем слышать, у меня что-то куча народу. Что-то прям вообще все шли мне. Вы чё? Ну пользуйся моментом, рекламируй что-нибудь там, не знаю. 8800. Да. Короче, позвонить, кого-то занимать. Не, ну не настолько сразу рекламируй. Ай. Зефи не снести, мне он не нравится. Если кто на ком... Слушайте, нас гасит вообще. Ну, гасит и гасит. Прям по полной, даже с пьёшь в калибрах. Это ощущение, что у нас... Найден, нет, не там. Мне кажется, у нас очень мало. А чё там не трендет-то? Следует у нас speak French. Чё-то там трендет, ничего не знаю. Так, Макс, это сейчас дом, я буду добить. Ай, я тебя съездлю. А, я думаю, кто-то на меня наседает. Это кажется. Да, я прилетаю сейчас. Ай. Не, ну после того, как я тебя случайно сбил ракетой, то все нормально. Ты меня сейчас два раза сбил ракетой, случайно? Ну вот видишь, можешь меня два раза убивать. Фрай, это не ух. Стар горит. Рио гада. Его сито будет. Так, кого на кого это из наших наседает? Ладно, не важно. Ай. Так, все, я потерялся. Кто мне стреляет? Ни о чем вообще. Короче. Ай! На мне два сидели. Так, осталось тебя найти во всей этой куче. Я уже отправился к пацанам, извините. А, ладно. А, это ты, вот эти. На кого наседаем? Не знаю, я на басину с какого-то сетерва. Ну, сервер-то, подучка. Угу. Нас слишком много. Не буду старт пойду. Кажется, линкора открыли огонь. Это пушки стреляют, это не проштать. Я один пришел, замочил. Так. Все, хорошо, стрим идет, чего, ребят? Ребята крутятся, прожочки мутятся. Точно. Это да. Так, на мне 3 человека с максимумами, точно? Да, я надо было вредить вообще, кстати, этот из утопил. Ладно, прощай, немножко позже подойду. Ты чё? Сейчас. Okay. Нет, у меня собралась команда по уничтожению ПС-очки.
Че, уйти собрался? Нет, блин, я сейчас раунд отыграю. У нас тут гость. Ты, значит, как сваливай. Ну что, будем биться до последнего, пока они не пойдут спать? Ну нет, я, наверное, тоже завязан буду. Ну ладно. Ну что, стрелять проще. Капец там максал долбочек. Ну, наверное, всех пришел вот я. Ну да. Скорее всего, всех. У меня все равно бьют. Ай, блин, если я там, если я тебя найду. Пытаюсь помочь. Я просто это. Что за вариант? Зафилил, как не смочил. Так, я пока зафилил буду смотреть. Хорошо. Побыстро, пожалуйста. Второй бакер. Не запилят, нет проблем. А, мой любимчик устар. Два. Ага. Я у него ракеты шибанул. Он не бьет, елки-палки. Шибани его, бустер, а. Я у него ракеты пойму. Он меня шибанул. А, нет, это был какой-то левый, новый тип. Что за фигня, у меня босс не сработал. Может, кончится? Меня подлагало и босс какой-то. Вот это... И два раза замочусь. Я... Ай-яй-яй-яй. А чё она так это настреляет это? Линкор. Я понимаю, да. А я пошёл. Да её лопало, а чё мне вас никто не забыл? Может, кончился? Да нет, денег мне до хрена. Мне кажется, из-за крейсера. Давай. Я их не стар слопаю. Югаре. Ну, чем еще родимчик? Давай, иди сюда. Казахи. Эй-эй-эй. Я понял, когда у нас свалил и нас кинул, да? Походу.
Меня убивают быстрее, чем успевают вылететь. Ну, есть такое дело. Слишком расстраивать себя не планирую, что пойдем, найдем, будет сложно. Ну да. Ты просто режим стомбол включу. Как я вам отвечу? Блядь, не старище. Ай-яй-яй. Дальше. Захи. Угу. На мне сидит. Ты на нем, да? Ну, по крайней мере, пытаюсь. Ай. От этих 214 вообще чей? А хер его знает. Учитывая, что я его не видел в прицеле, скорее всего, наш. Не, он не наш. Ладно, не больше. Захи не отмочил. Ну, значит, его мочат как нашего. Закрыли, сразу мочат, все это делаем. Так, ай. На акции. Ай, ёпки. Максим, нет, черт побери. Да ёлки-палки, попасть не могу, чтобы выделить этого зафила. Мистер, что процент? Что буду я? Густа, пока. Так, ладно. Либо еще фражочек. Подкиньте. Ну и окей, я на густаре сейчас опять лечу. Ай, блин, извини. Случайно попал. Просто, ребят, не заметили, что у меня почти этот рампорт. А-а-а. Так. Ты еще живой? Ну, как бы сказать, я на хвосте у чувака сижу. Фрай. Я уже был за фильм. Дай. Сетка, ну, старший.
прям такой. Я бы так взял. И я его потравил. С кем боишь? С каким-то, блин, бассейн, что-то там. Я его сейчас замочил в ракетку. Я ему что-то зафиг, да? Да. Он тебя уже замочил. Он меня уже замочил. Так, у меня опять все кончилось. Денег, хер с ним. Я буду таранить. Если деньги с ним закончатся, блин, надо было хелл взять. На мне 10 человек. Нереально, как 3 человека было. Почти умер, так, но меня сейчас замочат Зефир и Максим. Ай, так, я попытаюсь отвлечь хотя бы одного из них. Ай, блин. Притворись, это женщине с Октоберфеста, чтобы их отвлечь на себя. Ну, как вариант, запасной. А, у меня еще немножко осталось ракет. Так, не стар. Стой, приходи. Сейчас. Ой. Классно, не стар. Блин, Макс всех собрал. Ладно, идем дальше. Чё, кто там с тобой воюет? Ну сейчас пока еще никто. Скоро, видимо, начнут. Сейчас Зафиэль. Или как его там? Ну, старший, я сейчас разобрал. Зафиэль еще играет, да? Да, вижу, он с тобой. Есть! Взял за это. Угу. Вот, теперь берем. Может, просто вдвоем играть, а на мне опять бустер. Я на бустаре. Он на мне. Я у него ракеты пошмальнул. Молодец. Кто там дальше? Ах, опять здесь. Максу. Максу. Максу, где он? А ёлки. На меня еще спеет. Я, наверное, не выжил. Так, попробую его отвлечь.
Это ты говоришь барышней Боровской. Так. Я отправился на базу. Туда ты отлива отвлекай. Так, а ты на ком сейчас? Я умер. Бывает. Случается. Да, говно случается. Так. Ай, чёрт побери. Чёрт побери. Чёрт подери, да? Подери. На, не могу отсюда эмоции. Ай. Молодец. Схватил бы. Залетали ещё. Ай, кажется, я своего попал случайно ракетой. Как с тобой, блин? Это был не ты случайно? Нет, я живой. Ну ладно. Нет, там щит вроде. Нет, ну. Это был страшный. А, нет, не все на мне. Не Макс. Ладно, я на Макс, блин. Я в него отрезал ракеты, но сам сдох. Да-да-да. Ай, я могу. Так, не спрашивай. Так. Не, на мне. На мне был фар. И он меня убил. И тебя тоже, да? А, нет, другой. Другой. Еще один фар возьму. Он сейчас больно. Расстрелим. Извини, он был мой. Ай, слабо не держит. Ну, это я понимаю, быстро. Быстро это просто. И там тут все было хэл, все эти слова какие-то. Заплатил. Ну, старчик. На него какой-то и похванулся с машины. Угу. Ай. Я могу. Кладу в стенку сарая, стреляю в него изнутри. Какого Макса вот это? Я пошел его замочу. Максвелл? Тебе прибил, тебе свой плюшка. Да, да, мне черт. Поздно ракету пульнул. Так, я не знаю, кто-то на меня там наседает, ну да ладно. О, наконец-то. Кем там этот тигр? Срется-то. С линкором. С кем? С линкором. А. Ну ладно. Ну что, как из-за ленты себя слушать? Ты начал сказать по изолентусу? Не говори, такой классный ник, ну. Блин, сразу мочили. Не сижу, что-то. Потерял часть. Среди.
Ну да, без изоленты. Все не то. Так. Дампер-фланки. Замочи, пожалуйста. Кого? Дампер-фланк. Ай, блин, сейчас попробую найти. Да, я сейчас его сам уберу. Я не знаю, он не он. Слишком странные имена немецкие. У нас проще, я знаешь, как сделать ник, получишь швей. Да, делаем новый, да, ивент на 9 мая. Я пролетаю прямо, я просто в разные стороны стреляю, ход попадает. Ну, старый замочил, ты сейчас дух. Ну, старый, хорошо. И Лохванов замочил, не обращай. А, ладно. А, ёлки-палки. Всё. Почти замочил. Вы вместе прям. Его прям законтрили, гадать. Я прям стоял как уром. После как его... Замочил. Макса почти сдох. Да, Макса, я в тебя верю. Нет, у меня было. А Максел... Он тяжелый? Ладно, я тут факт буду. Блин, я почти сдох. Держись. Это ж какой-то, а? Ай. Я вдвоем замочу. Макс, следующий. Макс отправился к отцам. Ну, старших точно. Пойдем. Ну, старший сейчас сдох. Ай, ёлки-палки. Мне пришиб. Кто пришиб? Ну, старый мне пришиб. А, я думал, я случайно. Потом, знаешь, ты говоришь какие-то, я ничего не знаю. Какой фигма? Какой фигма? Да, на этой теме. Нет, короче. Что? Потом говорит, что микрофалки это есть изолента. Ага. Да. Стало интереснее, да? Да. Кстати, утром ты чё? Это спать сверху. Ай, ёлки-палки. Извини, ты меня. Изолента наносит ответный удар, да? Да. Эпизод 5. Ой, бустерчик. Ее! Вместе бьют друг друга. Я узнаю, что такое предсмертный поцелуй со змеей. Давай изолента стоит, замочу. Ты же знаешь, кто ты. Ты не скрыться от меня. Еще хотел жизнь. Глаза с камеры. А изолента свой сдох. Черт. Не фрай за спину. Да ёлки, да где?
Кто? Стоп, стром хел, хорошо. Нам подключить его сюда. Блин, не залез. Че говоришь? Че без тебя? Угу. Так, где я там? А, так, я извиняюсь, я чуть не... Или уже убирался? Чуть не выявился, не заявил свою позицию, это вопрос. Да. Так. А мне опять бустарящийся. Так. Нет, он... я не стал почти в голову, черт, значит, бустарка у нас. Бустара, хорошо. Если, конечно, не умру раньше. Черт, надо будет здесь немножко денег заработать. Все-таки. Да, ну, ЕГЭ тут мог как-то заработать. А? Че говоришь? Макс еще жизнь у меня. А ёпт. Рано. Ай-яй-яй, извини. Чё, попухал? Моё попало еще место. Я тут поколался. Я иду. Скатим. Кто-то там уже покидает сервер навсегда. Какие-то страсти бушуют. А мы-то и не знаем. Санта-Барбара. И не говори. Правда, мы не видели прошлых, это, 370 серий. Знаешь, 370 серий, это больше про этот, про крутые. А в Санта-Барбаре сколько? Там за 1000, что ли? Так что вообще, плюс... сезон. Так, по-моему, мы неожиданно победили. Предлагаю отметить неожиданность. А, не, все, они летят. Они... Мы неожиданно не победили. Они, мы проиграли. А, я не помню. Мы дус. Это как в том анекдоте, да? Правда, что ты выиграл 1 000 000 в лотерее? Ну, почти правда. Только не выиграл, а проиграл не 1 000 000 машину и не в лотерее, а в преферанс. Ну, вот примерно та же самая ситуация. Ну,
Ай. Блин, добей Блюстара, если сможешь. А то я чувствую, что у меня просто это... Руки смещаются в сторону седалища. Ладно, все, не надо. Ай. Эффект такой, да? Максл там почти мертв. А он же убит под волк. Господи, тут... Я это был старый. Там кто-то говорит, мол, я 4 года на сервере, все, я покидаю сервер, надеюсь, кто-нибудь примет мой этот самый факел, переходящее знамя. Там реально Санта-Барбара какая-то. Я знаю, что примет мой факел. Тут говорят, я помогал сотни миллионов это людям и прочее. Это напоминает историю, я как-то тоже помог человеку, дал ему денег. Летел на Ате. Он вернулся на чемпионе, меня сбил. На мои же деньги. Думаю, нормально. Я бы повторил. Весело ведь. Так, что творится? Мы победили? Я вообще закачу. А, все. Они... Черная. Это, короче, знаешь, что можешь развязывать? Что думаешь? Сколько мы сейчас играем? У тебя денег нет. Ну, это не повод не помирать. Буду их таранить, принимать вас, так сказать, с собой. Что такое? Не смешно. Да ёлки-палки, что там? Ай, ёлки! А! У нас нифига нет, только 4 человека. Еще есть область сирот. Народ много, половина летает. Шикарно, да? Я старт по ракете, но его не убил. Может, КБ купить? Так, у меня, по-моему, остались уже только пушки. Так что... Ай! И таран. Я зову про таран. Так, а Black Angel это не из наших, нет? Мочи ГВ. Во все летающие. Ай. Черт, у меня и контрмеры кончились. Видишь, он тоже выбор не оставил. Мочи. Ушел. Это... Ну давай еще минут 5 и хорош. Я надеюсь. Ну давай. Если не видит смысла продолжать, ну так прилетали нормально. Угу. Могу я сейчас уйду. А ёлки-палки. Угу.
печально. Уворачиваться от ракет, когда ничего не осталось из расходников. А, тигр уходит навсегда, или не реже раз в неделю, все, мы просто пьем стиль. Вообще, он действительно помогает всегда новичка. Ну, почему его вот не пить, не заматывает? Чего-чего? Это Гудрун пишет, не понимает, почему его вот не пить, не пить. Так, ты кого там мочишь? Я смочу. Ага. У тебя на хвосте Дранкен Фалки. Зарежь, может быть, правильный ник? Или Дурта? Ай! Ай! Вот смочу. Ну, ты быстро. Ну и все равно. Вижу. Не, если кто-то замочит противника, как бы будет меньше народу нас убивать, как бы я совсем не против. Я просто сейчас говорил то, что Гудрун мне пишет. Гудрун пишет. Гудрун, Гудрун. Извини. А, пишет. О, знаешь, как это? Тут ты девочка, с 9 марта. Я уже говорил ей. Прости, Гудрун. За 9 марта? Ай. Кого стрелять? Ни черта непонятно. Все смешалось. Кони, люди. Изолент. Да, изолента тоже. Причем изолента с по другим именем. Как изолент, изолента разовут? Давай просто его изолентом называем. Не говорите изолентыч. Черная. Ай. Фернандо меня зовут. Афранду он зовут. Какой ангел? Аф. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, я только вылезу успел, мы уже чистим. Пожалуйста, пожалуйста. Ай-яй-яй. Изолента не значит. Чувствую, когда изолент обычно должен помогать, а в итоге тебе не умеешь. Ну, это, видно, плохая изолента, не синяя. Ай. И-и-и, фрай пока. Пошли, мне очень задрал уже. С комболом он вообще. Лагает по-страшному. Фрай. Ай, блин. Так, еще пару минут осталось. Хорошо. Ого, ничего себе, тут еще и канадцы. И... Осталось найти японцев, чтобы уже так, для полноты картины. Не такое мясо, все бьют друг друга. Я буду начать стрим. Блин, я был стар, кажись. Не совсем попал. Черт, я... Не могу попасть в Эдварда. Как ты там его называл?
поехали. Ай. Окей, окей. Нас не стреляет, то ладно. Рай, потеря. Ай, блин. Я по вака прошел в свою очередь. Блин. Дико извиняюсь. Ты видел, что там написано? Зейдер вас нет, бэ хармлес. Чего нет? Ты меня убил. Ай, блин. Извини. Вы ж случайно. Я, у меня кроме пушек-то не осталось. Ладно, сейчас этого квадратного замечу. Квадратный лёд. Или старчик. Господи, там в чате настоящий Санта-Барбар происходит. Знаешь, примерно как у нас на конфе бывало. А мы ничего не понимаем. Нормально. Да. А мы никого не трогаем, починяем примус. Ладно, слушай, может залезать пора. Ну, почему бы нет? Я поубиваюсь немножко. Без ничего. Все, стоишь, нет? Я, наверное, еще полетаю. О, враг ушел. Ага. Я ему сказал, что мы уходим. Он тоже ушел. Давай, короче, пошли. Да. Ну давай, спокойный. Так, сейчас я переключусь. Да, спокойной ночи. Спасибо, что включил. И всем, кто вообще это чудо света смотрел. Что до новых встреч и все такое.